Вітаю глядачів сьогоднішнього Теро. Сьогодні ми будемо розмовляти з одним з найбільш серйозних опонентів призначення нового міністра оборони. Не міністра оборони, вибачаюсь, а очільника штабу, очільника Генерального штабу Збройних сил України. Ми будемо розмовляти з Ростиславом Шапошніковим, який, як ми вже розуміємо з його виступів, дуже проти такого призначення і взагалі вважає, що цей генерал є некваліфікованим як військово, так і етично для такої посади. Зараз ми почекаємо, коли Ростислав з'явиться у нас в глядачах або подасть заявку на те, щоб приєднатися до Етеру. Звук дещо зміниться, він погіршиться, тому що пропускна можливість каналу, вона зменшиться вдвічі, і тим самим автоматично Facebook якість аудіосигналу змінює. Тому, будь ласка, реагуйте на це спокійно. Будемо чекати, коли Ростислав з'явиться серед глядачів і у нас буде можливість його доєднати. Генерал Хомчак, нагадую, це був генерал, який знаходився в Іловайському котлі, так званому, і який був старшим військовим начальником в той момент, коли відбувалися перемовини з представниками Російської Федерації та сил сепаратистів на сході України, для того, щоб оточену групіровку українських військових та добровольців вивести з Іловайську. Зараз почекаємо. Так, щось я Ростислава поки що не бачу, хоча він був на зв'язку. Вітаю всіх глядачів. Я вибачаюсь за деяку затримку. Ми очікуємо, що Ростислав Шапошніков зараз з'явиться серед глядачів, і у нас буде технічна можливість додати його до етеру, розділити екран на дві частини, і будемо розмовляти про призначення. Будемо розмовляти про призначення, і тут, я думаю, справа не тільки в самому призначенні, скільки справа в тому, чи очікування українців, які очікують на зміни, чи ці зміни будуть, чи не будуть, чи знову все по-старому, да? Чи як воно. Тобто багато людей зараз мучаються цим питанням. 25% цим питанням не мучаються, у них все чітко, їм розказали, що це Порошенко це була Україна, а от Зеленський це шлях в Росію обов'язково, от, вони не мучаються. А люди, в яких присутній інтелект, вони все ж таки мають питання,
чомусь вірять, чомусь не вірять. Так, ну де наш Ростислав подівся, я не розумію. Щойно з ним спілкувалися. Я вибачаюсь за те, що відбувається затримка. Ну що, якщо гора не йде до Магомета, да, друже, вітаю. Ти доєднався до Етеру чи ні? А, зараз будеш включати. Ну добре, давай, бо якби люди чекають, давай. Каже, іду. Іду, як в студію йде він. Що ж там іти? Там іти нема чого. Так, добре. Зараз будемо сподіватися, що у нас з'явиться пудрить носик. Ну що ви прям як... Ну нашу ви монополію Олега Валерійовича починаєте роздавати іншим. Ну, у нас є Олег Валерійович. Да, пунктуальний, дивимося, да? Пунктуальний. Так, чекаємо. Так, я бачу, Ростислав, що ти є, що ти дивишся, але я не бачу в тебе. Абсолютно ніякої. Я не бачу в тебе цієї іконки, так званої. Так, зараз я на всяк випадок включу тут. Включу тут один. А ще немає що слухати, не переживайте. Зараз Ростислав додасться. Так, спробуй, будь ласка, натиснути кнопку, де ти просишся в ЕТР, де ти просишся додатися, бо в мене, о, ось вона з'явилася. Що значить, коли людина швидко реагує? Ні, пані Людмила Дімчук, я вас додавати не буду, вам не треба... Ростислав, я тебе вітаю з сонячної Аризони. Вітаю сонячну Флориду. Приветствую. Так, я так розумію, сьогодні в тебе є трошки часу з нами всіми поспілкуватися. Хочу, щоб ти щось нам сказав, а люди, щоб сказали, що у нас з зв'язком, як у нас, чи нормально чутно. Я вижу прекрасно, вижу отлично, в принципі, слышу. Чуть-чуть тихо, може бути, чуть-чуть громче як-то попробувати. Не знаю, у мене, мабуть, от я зробив максимально, але, в принципі, нормально. Я так буду прислушуватися. Окей, тобто мене трошки тихо чутно, да? Да, чуть-чуть тише. Окей, я можу спробувати включити слухавки, зачекаю. Зараз їх тут повитягую, де вони тут в мене. Окей. Як там у вас погода в Флориді? Все нормально, бо я там в Оклахомі чув. Отак мене чув. Чутно, ні? Може, чуть-чуть краще. Трошки краще, да? Ну, давай будемо так намагатися. Нормально, нормально, можна общатися. Да, ну, щоб всі... Сонячно, дождей особих нет пока. Жарко. Окей, я бачу. Бо в Оклахомі були торнадо зараз нещодавно. Правда, я не бачив, щоб написала про будь-які там людські жертви, слава Богу. Я не знаю, чого вони там мешкають, де ті люди. Бо там постійно, щорічно, щось вітром, щось зносить, щось ламає. Ну, то таке, ну... Що кажеш? Оклахома – це особливий штат. Специфічний. Ну, так. Добре. Тема нашої сьогоднішньої розмови – це призначення новообраним президентом Володимиром Зеленським генерала Хомчака. Призначення на посаду, як я розумію, очільника генерального штабу. Тобто, це людина повинна бути не просто паркетним генералом, а ця людина повинна планувати, саме планувати військові операції і здійснювати організацію військ.
Я бачу по твоїй реакції, що ти дуже проти цього призначення, і навіть нещодавно, буквально пару годин назад, ти опублікував пост, в котрому ти призиваєш Зеленського або не ганьбитися, або, як я розумію, ти відставку. Тобто настільки це принципово. Я також знаю, і ми знаємо, що ти був там на місці тих подій в Іловайську, і звісно, що твоя думка якби є дуже важливою, але вона йде в розріз з думкою багатьох інших людей. Поясни мені, будь ласка, поясни глядачам, будь ласка, якби більш-менш коротко, ну хоча б хвилин за 5-10, в чому саме ти бачиш проблему? Окей, я публиковал пост о том, что я не согласен с решением Зеленским назначить генерала Хомчака, и Зеленский, ну я так понимаю, с аккаунта Твиттера, поскольку цитирует средства массовой информации, я-то проверил, что Твиттер как бы Зеленского, а не какой-то фейк, потому что вот цитирует средства массовой информации, сейчас Стиг Гордон публиковал новость, что он поддерживает назначение Хомчака, то есть вследствие этих двух дискуссий, скандалов, Зеленский сделал свое резюме, что он поддерживает. Соответственно, я публиковал на Фейсбуке пост, что я призываю Зеленского подать в отставку или объявить ему импичмент в связи с его позицией по Хомчаку. Почему? Потому что когда шла избирательная кампания, на своем YouTube-аккаунте я публиковал видеорасследование, видеообращение, в котором сказал, что за Иловайск, за покрытие генералов и, в частности, за Хомчака я призываю Петра Порошенко отдать под военный трибунал. То есть это была моя позиция. И когда я увидел, что Владимир Зеленский назначил Хомчака, собственно, на основании чего я обвинял и предъявлял претензии Петру Порошенко, то, следуя своей изначальной позиции, отдать под трибунал Петра Порошенко, я призываю к отставке Владимира Зеленского. Это говорит о том, что я, то, что я говорил против Порошенко, если Зеленский копирует такие же действия, он будет получать такие же комментарии и такие же политические позиции, как я говорил в отношении Петра Порошенко. Значит, по фильму по Хомчаку. Смотрите, я опубликовал все данные по Хомчаку и свое расследование 24 октября 2014 года. То есть 4,5 года это расследование есть, оно висело, и никто из сегодняшних людей, которые сейчас его защищают, как-то я не видел, чтобы они активно защищали Хомчака эти последние 4,5 года. Ну да, были, допустим, там такие защитники, как Власенко, это командир подразделения Донбасс, который фактически украл, ну, по моему мнению, украл батальон у Семенченко, и он ненавидит Семенченко, я знаю это, он постоянно его оскорблял. Так вот, он украл батальон Донбасс и перевел его под свое управление, и он входит в состав ВСУ. И он защищал Хомчака, и я еще в 2016 году публиковал расследование в отношении Власенко, там большое на полчаса расследование, и Власенко меня оскорблял и унижал, то есть за то, что я публиковал. То есть у нас эти контры пошли еще с тех лет. И фактически, вот да, эти люди защищали Хомчака, но вот, например, чтобы там сейчас те люди, которые защищают его очень активно в данный момент, я не видел, чтобы они его защищали последние 4,5 года. То есть сейчас они говорят, Шапошников негодяй, Шапошников плохой, Шапошников то, Шапошников все. Ребята, я, знаете, сижу вот в Америке, да, вот просто сижу, никого не трогаю. Я открываю интернет и начинаю читать. Я такой-сякой. Так, ребята, я этот фильм публиковал еще находясь в Украине в октябре 2014 года. То есть, что вы делали на протяжении 4,5 лет? В принципе, на протяжении 4,5 лет на меня лилось огромное количество грязи именно от сторонников Петра Порошенко. Потому что я обвинял Хомчака в преступных действиях в рамках Иловайска, и поскольку он генерал в составе ВСУ, и после Иловайска он был назначен командующим сухопутными, заместитель командира сухопутных войск в 2016 году, если я не ошибаюсь, он входил в состав генерального штаба ВСУ, Министерства обороны, он был под Муженко, он был под Гелитеем, потом под Полторком, то, соответственно, чтобы защитить своего генерала, защитить Хомчака, команда Петра Порошенко, его блогеры, его информационная поддержка вываливали на меня огромное число грязи, клеветы и оскорблений. И я это все терпел. Терпел. Я говорю, это неправда. И вот меняется президент. Казалось бы, да, вот старая команда должна уйти, давайте новую. Вопросов нет. Приходит Зеленский, назначает Хомчака, и теперь уже сторонники Зеленского, не Порошенко, а Зеленского начинают обвинять меня в том, что я плохой.
ну, понимаете, я не становлюсь плохим или хорошим. Я публиковал фильм в октябре 2014 года. Что вы делали все эти годы? То есть непонятно. Моя принципиальная позиция. Есть разные показания. Есть, одни говорят одно, другие говорят другое. Есть разное мнение. Нужно провести расследование в рамках Уголовного процессуального кодекса Генеральной прокуратуры Украины, в частности, Главной военной прокуратуры Украины. Расследование по этой теме было завершено в 2017 году под руководством Юрия Луценко. Он сделал доклад, що тема Іловайська закрита, питань немає, і Матіос сказав, що ніхто із українських генералів, ніхто, включаючи Хамчика, абсолютно ніхто, не виноват. Все, тема закрита, вопросов нет. І Володимир Зеленський во время дебатів Петру Порошенко задав вопрос йому, чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцев. Тобто, ісходя з цього вопроса, я розумію, що розслідування, яке було проведено Луценко і Матіосом, не є правдивим, оскільки сам Зеленський говорить, що чому вони не сидять. Ну, тобто, ніхто не сидить. То есть очевидно, что он вступает как бы с позиции, что расследование было неправильно. Теперь же, когда назначают Хамчака, они говорят, так расследование же показало, что он не виноват. Так стоп, расследование чье? Петра Порошенко? Вот и получается загвоздка. Сначала они приходили к власти на дебаты, говорили, что расследование было плохое, а теперь, когда им нужно защитить Хамчака, они говорят, что расследование хорошее. И вот я в этом вижу какое-то противоречие. Вот, в принципе, в целом моя позиция. Я зрозумів твою позицію. Дивись, я хочу просто, як всі інші люди, зрозуміти об'єктивність навіть твоєї думки. Хоча, ну, можна просто сказати, слухайте, то це каже людина, яка була там. Ну, там був не тільки ти, там були інші люди. І люди, які там були, деякі, їх позиція, їх оцінка дій генерала Хомчака діаметрально може бути протилежна твоєї. Тому я намагаюсь тут якби відокремити. Дивись, те, що ти зараз розказав, я дуже багато почув не фактичних якихось описів злочинних, за твоєю думкою, дій генерала Хомчака, а насамперед якихось оцих маневрів, якісь емоційно хтось на кого образився, да? Хтось там на когось тоді так казав, тепер інша група людей підключилася, бо їм це, ну, наприклад, політично зручно, да? І вони теж щось таке ж кажуть. Так же саме, як їх вчорашні вороги, там ті порохоботи, наприклад. Я намагаюся відрізнити, де саме закінчується фактаж і починається емоційність. Давай ми спробуємо цю емоційність її позбавитися. У мене до тебе декілька питань, і я сподіваюся на них, як я тебе знаю, ти ніколи не бачив тебе, щоб ти брехав. Ти можеш, якщо помилятися, то ти глибоко віриш в свою помилку, наприклад. От. В чому ти вважаєш перша ознака, перший самий головний факт, який стався, наприклад, на твоїх очах, який ти вважаєш, що генерал Хомчак є зрадником? Нужно разделить действия Хомчака на дві части. Перша часть – это операция по Іловайську в целом. Это командование и наступление на город в период с начала августа или с начала 23 августа, как я туда приехал, потому я могу уже говорить как свидетель, начиная с 23-24 августа. Я уже могу говорить как свидетель. Я тебе перебью. Ти знаєш, коли генерал Хомчак туди потрапив, да? Він з генералом Муженко прилетів на гелікоптері 10 чи 11 серпня. Він прилетів туди, тобто фактично за 13 днів до того, як ти туди потрапив, і по інформації від бійців правого сектору, які там вже тоді приймали участь в бойових діях, було видно, що ці два генерали дуже слабенько розбираються в ситуації. Ну, вони намагалися розібратися в ситуації, приїхали всі на парадині, всі виглажені, і їм фактично, я так розумію, не було навіть де брати інформацію, як своїх власних, тобто Збройних сил України, і вони запросили правосеків, щоб вони поділилися останніми, якби, тактичними даними, що там відбувалося. Правосеки 11 числа вже, ну, приймали участь в бойових діях, йшли в сторону Іловайська, до котрого ще було деяка дистанція, нарвалися на засідку дуже добре організовану, скоріше все за допомогою російських радників, і були вимушені відступити, мали одного пораненого. І
Оце генерали їх питали, і був там кумедний випадок такий, якщо можна знайти щось кумедне в цьому взагалі. Коли вони доклали генералу Муженко про те, що стріляють, проросійські сили стріляють з кукурудзи, і генерал Муженко не придумав нічого кращого, ніж сказати, давайте підпалимо цю кукурудзу. Але ця кукурудза була ще зелена, і вона просто не горіла. Ну, тут комічно, звичайно, мало. Це пов'язано з стражданнями простих українських солдат та добровільців. Отже, з 23-го, саме з 23-го числа ти вже міг спостерігати якби за діями командування. І скажи мені, з 23-го числа самим головним командиром там був генерал Хомчак, я правильно розумію? Все операция командовал по месту Хомчак. Ну, понятно, что были командиры ниже уровнем, которые фактически были на местах. Ну, командовали какими-то локальными подразделениями. Ну, по моему субъективному мнению, то, что я увидел в Алавайске, это было, знаете, разброд и шатание. То есть какой-то слаженной, вот, целенаправленной работы я не видел. И солдаты часто говорили мне, мы не понимаем, что происходит. Куда бежать, что делать, какой приказ, какие команды. То есть какая-то каша, понимаете, каша была. И это вот тогда, знаете, ну, вносило какую-то вот непонятную ситуацию. Мы не владели информацией, что происходит, какой план, что мы должны делать дальше. Мы отступаем, мы идем в атаку, мы обороняемся. То есть какие-то вот, это было все, ну, непонятно. И солдатам в первую очередь. Значит, по поводу Иловайска. Я публиковал доклад 40-го батальона Кривбас, который утверждает, и этот доклад подписан всеми бойцами этого батальона. Это не мои слова. Он подписан всеми бойцами этого батальона. Что, когда зашли российские войска, это ночь 23 на 24, они доложили Хомчаку, зашли россияне, надо принимать меры. А Хомчак им отвечает, информация не проверена. Понимаете, хотя уже в интернете об этом все трубили. Об этом трубили журналисты, об этом трубили бойцы, которые передавали информацию в Киев по телефону. В частности, я сам выходил, меня звонили журналисты, я по телефону давал интервью, рассказывал, что мы находимся в критической ситуации, мы находимся в окружении. В то же время Хомчак, вместо того, чтобы 24 числа собраться с солдатами и обсудить эту ситуацию, сказал, что информация не проверена. Это прямая цитата с доклада. Возникает вопрос. Какую цель преследовал Хомчак? То есть, что он хотел добиться? Он продолжал настаивать на том, что мы должны были освободить, захватить, предпринимать действия в Иловайске, в самом городе Иловайске. Потому что там же были войска рассредоточены и в самом Иловайске, и вокруг его, в пригороде, вокруг. Я находился возле Иловайска, поселок Многополье. Я там ходил по территории, то есть я был в пригороде Иловайска. В самом городе я не был. Так вот, они занимались тем, что они занимались разборками с Иловайска. Хотя нужно было заниматься вопросом, что делать солдатам с учетом того, что нас берут в кольцо. Потому что на 24 число, даже на 25 число у нас была возможность выйти из окружения. Выйти из окружения. И тогда бы мы сохранили бы 95 или 90% жизни. То есть тянули до самого конца. Тянули до 29 числа, когда мы уже точно находились в полном окружении. Мы уже вышли с города, мы бросили затею захватывать Иловайск. И мы уже устремились на выход. То есть смысл. Ну какой в этом был смысл? Все равно мы город оставили. Нужно было город оставлять 24 числа. И говорят, разведка доложила, зашли войска. Они зашли же, эти войска. Мы же были под обстрелом, нас взяли в кольцо, я опубликовал видео. В ночь 24 числа на 25 они уже подошли к Многополью и лупили прямой наводкой с танков. Понимаете, в чем суть? То есть они лупили в ночь 24 на 25 прямой наводкой. Я сидел вот так вот на блиндаж, окоп, вот я сижу, да, и мы пьем чай. Сидим, общаемся, вот просто, знаете, так вот, как мы сейчас с вами общаемся. И в этот момент примерно, ну я бы сказал,
ну, может, 100 метров. Ну, очень близко. Ошеломительный взрыв просто такой, что, ну, я не знаю. И на огромную высоту поднимаются клубы дыма. Прямой снаряд с танка. Прямо возле нас. Это вот ты сидишь, и тут прямо... человек, который никогда не был к этому готов, я просто хочу понять. Ты сидишь, и возле тебя прямой наводкой лупят с танка. Это просто пипец. И мы, короче, падаем в этот блиндаж. Что я успел сделать? Я быстро... А у меня не было камеры тогда. Мы сидели, камера была в машине. Я быстро вернулся в машину. Она была где-то в метрах 70. Пулей забрал камеру, забрал рюкзак. И пуля вернулся в блиндаж. Все, машину больше я не видел. Ее через пару часов взорвали. То есть пошел уже массово. То есть я только прыгнул с танка. Второй заряд пошел прямо под блиндажом, такой таксистом. И начался обстрел с танка по нашим позициям. То есть они прямой наводкой, тупо с танка начали херачить. Это был вечер, получается, 24 августа. То есть в начале 24 августа они захватили все блокпосты, начиная с Старобешева. То есть Старобешева, это как наша была территория. Да? Это как, ну, середина Украины. То есть это ближе туда, к центру. А мы, получается, там Иловайск, он был ближе к России. Они, получается, зашли вокруг, вот так вот обошли, через Кутейниково, и зашли к нам в спину, понимаете? То есть там Россия, тут уже нас бомбят, то есть с двух сторон. Они зашли 24-го, они захватили, я снимал на видео, там горели наши блокпосты, они захватили все эти блокпосты и начали лупить по нам прямой наводкой из танка. И Камчак говорит, информация не проверена. О чем ты думаешь? Они уже зашли, вот россияне, через пару дней... Захватываем танк Т-72Б3 российский, захватываем российских военнопленных Ахметова и Ильмитова, я записывал это интервью, кадровые российские военные с этого, с Ульяновска, десантники, профессиональные военные, потом Life News с ними делал сюжет на базе в Ульяновске. Там захватывают пленных, там захватывают, то есть идет бой, взорвали эту, три этих бронетранспортера, это же когда захватывали этот, Ахметова-Ильмитова, каски, СВДшки, бронетехника с российской армии, трупы. Трупы российской армии, вот солдат лежат разорваны. Информация не проверена. О чем вы думаете, ребята? И, конечно же, как только началось, получили информацию о вторжении, 24 числа нужно было экстренно собирать совещание, Хамчак, все командиры, садиться и говорить. Так, у нас есть проблема, нас берут в окружение, что мы можем предпринять? Собираем всех и на прорыв давайте же выходить из этого окружения. Я спрашиваю солдат, у меня же это видео в фильме, спрашиваю, вы знаете, что происходит утром 25 числа солдату? Вы знаете, что? Он говорит, я не знаю, что происходит. У нас, нам никаких приказов не дают. Я беру интервью у солдат, я публиковал это интервью. Они докладывали Хамчаку напрямую, подходили к Хамчаку. Зашла российская армия. Это свидетельство, я публиковал видео, то есть это солдат. Давайте что-то делать, Хамчак на морозе. Это слова солдат. О чем ты думаешь? Какие мысли в голове у тебя в это время происходили? То есть я не знаю. Есть несколько вариантов, почему он это сделал. Он был заинтересован все-таки захватить Иловайск, потому что ему обещали либо финансовое вознаграждение, либо повышение по службе, либо какие-то медали. Я не знаю. Но есть факт. Факт доклада, факт вторжения и бездействия Хамчака. То есть вот это привело, это является основой всех последующих событий, потому что все последующие события, они являются следствием вот этого бездействия в первых числах. Потому что любой нормальный человек, не шизофреник, не преступник, здравый человек понимает, что если ты сидишь, вот у тебя есть дом, вот стоит дом, мы живем в комьюнити, это наша комьюнити. Если ты, допустим, занимаешься ремонтом дома, ну, к примеру, ты там что-то делаешь, и ты получаешь информацию, что со стороны этого входа с комьюнити зашли преступники, и цель их задачи тебя уничтожить. Ты говоришь, все, собираемся, вот тут есть выход, мы туда. Или берем оружие, пока они нас еще не взяли в кольцо, на прорыв отсюда. А ты говоришь, нет, это фигня, мы будем дальше заниматься ремонтом дома. Они берут твой дом в окружение полностью, вот так вот уже забор, да, вот у меня забор тут стоит, вот они берут по квадрат. И тогда уже вы думаете, блин, а нас взяли в окружение. Так о чем ты раньше думал? Чем ты раньше думал? Вот это является основой. Вторая часть, 29 августа.
есть разные версии, что, как, почему. Я опубликовал видео. Вот все, что у меня есть, я это опубликовал. Вы можете просто сесть и посмотреть, как развивались события 29 августа непосредственно в выходе из Иловайского котла. Не нужно слушать мои показания. Вы просто берете видео и смотрите. То есть все очень просто. Но я расскажу для эфира как бы очень вкратце. Собирают всех военных с Иловайска и собирают всех военных, которые были в пригороде. То есть многополье, село и поле. Там база была многополье. Собирают всех военных. И что делают? По какому-то непонятному мне принципу, почему-то, с какой-то непонятной целью, они, Хомчак, разделил эту всю группу людей на две части. Одну колонну пустил понизу, в сторону Кутейника, вот так вот, а вторую поверху. И что произошло? Идут переговоры. И я это публиковал, переговоры на видео с рацией, потому что я, понимаете, это уникальные вещи. Я записал на камеру переговоры по рации, потому что не показания людей, ничего не может это опровергнуть, потому что есть конкретные переговоры по рации. Понимаете, это уникальные материалы, потому что рация не записывается. Можно потом говорить все, что угодно, можно чесать все, что угодно, но есть переговоры по рации, где Хомчаку говорят. Я это слышал, это записано, и солдаты это подтверждают. Что нам нужно время для завершения переговоров, ну, с россиянами, со второй стороны. Хомчак говорит, нету времени, мы вперед пошли. Стоп. Идут переговоры. Есть какой-то определенный процесс. Надо, ну, завершение этого процесса. Ты говоришь, мы не будем ждать переговоров, мы пойдем вперед. И он говорит, с боем, по-боевому. Я потом спрашиваю солдат, я записывал интервью уже после Иловайска с выжившим, я это опубликовал. Спрашиваю, когда Хомчак вас позвал на базу и разделял? Они, кстати, сами не знали, что их разделили. Многие солдаты вообще не знали, они потом уже узнали, что мы пошли по разным направлениям. Мы думали, что мы идем все в одном направлении, а оказалось в двух разных направлениях. И для многих это стало открытием, но это уже потом они поняли, что произошло. Так вот, изначально им сказали, мы выходим по походному, мы складываем все оружие, это прямая цитата солдат. Я это видео еще раз дублировал, вчера я публиковал это самое видео, показания солдат, командиров 39-го батальона, начальника, замначальника. Складываем оружие по походному, пакуем все боеприпасы, садимся и тупо выезжаем. То есть у нас никаких проблем нет. Но, естественно, они как бы выполнили приказ, они сложились. Они начали движение. Им говорят, вы должны ехать с боем, по-боевому, как бы... Так это же разное дело, ребята, подождите. Одно дело, вы по-боевому двигаетесь, вы идете на прорыв и уничтожаете всех. Или вы идете по-походному. Это совершенно разный план. И они начали движение. И он говорит, идите по-боевому. Они говорят, ну то есть они двинулись, что начался обстрел по нам, когда они уже вышли с многополя, то есть уже за многополе вышли. Если я не ошибаюсь, сначала россияне не стреляли по ним прицельно, а стреляли по бокам, то есть клали мины по бокам колонны, не целясь. То есть якобы давая понять, что давайте типа двигайтесь. Боя не было. И они пошли. То есть им уже сказали в процессе, да, иди по-боевому. Оружие уже было сложено. Это надо было его доставать, перепаковывать, переформировать. И все это как бы надо было переделать уже в процессе. Хомчак кричит, с боем они говорят, мы не можем там двигаться, у нас там что-то перекрыто. Это по рации переговоры я вспоминаю. Он говорит, нет, все, давайте по-боевому вперед. Но самое важное, он это говорил, эти приказы, вот той нижней колонии. А в это время мы шли в другой колонии. То есть Хомчак говорил не нашей колонии идти, а вот той по-боевому. Возникает вопрос. То есть какую он цель преследовал? Я, ну, предполагаю, это мое предположение, что он решил следующим образом. Одну колонну пустить в атаку на россиян, чтобы россияне ввязались в войну, в схватку с этой колонной, а другой колонной быстренько выйти из окружения целенькими и невредимыми. Ну, мне так почему-то кажется, что так было. Ну, это мое мнение. Дальше. В это время, когда он кричит по-боевому той колонии вперед, в атаку, мы этой колонной движемся, нам никто не нападает. То есть мы едем, это на видео, я вот как бы вспоминаю хронологию, мы едем. Мы проезжаем российский блокпост,
Я знімаю на відео росіян, їхній танк Т-72, і куча бронетехніки, і окопи, і там, ну, чоловік, наверное, не знаю, 20-30 росіян з автоматами. Ну, по нам ніхто не стріляє. Тобто, ті вже, як би, вступили в бой, у тих вже якісь там заварушки йдуть, да? А ми собі йдемо тихенько, спокійненько. Возникає вопрос, що відбувало взагалі, в чому прикол взагалі? І ми собі тихонечко йдемо. Мы едем, 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 едем. Ну, долго мы ехали. Ну, не знаю, ну, часа пол мы где-то ехали. Никаких проблем не было. То есть у нас вообще проблем никаких не было. Именно в колонии Хомчаком. Но потом впереди начались дым появляться, замесы, да, там какие-то начались заварушки, это уже как-то начало локально. И идет колонна, то есть идет колонна танки, бронетехника, солдаты. Вот идет как бы, ну, мы идем как бы один за другим. Начинаются вокруг какие-то, ну, там вдалеке взрывы, видно, что уже там дым идет, где-то что-то уже там происходит. А, идут солдаты по этой как бы колонне, которая как бы Хомчак им сказал. Дальше что он делает? Он приказывает, машину разворачиваем, это я на камеру пишу, мы разворачиваем и едем совершенно в другом направлении. То есть мы полностью отклоняемся от следования, причем по нам еще никто не стреляет, от следования этой колонны. И едем непонятно куда, то есть просто в сторону. Едем, 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 мы встречаем, мы заезжаем в какое-то село, и мы видим там Поросюка. Я сам лично, он промелькнул, я его на видео не записал, но он нас видел, он говорит, мы вас видели, в бусике вы сидели. Да, мы с Поросюком буквально вот, ну, фактически разминулись, вот-вот. Он говорит, да, я приехал, вижу Хомчак тут, а что ты тут делаешь вообще? У него есть это интервью, он давал его на телевидении, можно это поднять. Поросюк говорит, а что ты тут вообще делаешь, Хомчак, что ты тут забыл? Откуда ты вообще тут появился? В общем, мы вышли на какое-то время, Береза вышел в это село, там что-то переговорили, оставили Поросюка, оставили солдат, и дальше мы, короче, поехали. Едем, 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 едем. Тут мы видим справа, слева у нас стоит артиллерия вражеская, по нам открывают огонь из стрелкового оружия, то есть обстреливают нам с автомата полностью бочину, но у нас был бронированный бусик, потому, в принципе, ну, как бы это последствий для нас никаких не имело, нас просто стреляли со стрелкового оружия, обстреливали просто, ну, с пуль бочину. Мы это проезжаем, вот этот вот обстрел, и Береза кричит, в посадку, давай в посадку, в кукурузу, туда вот. И мы, короче, едем по полю кукурузному, то есть реально там эта машина, бусик, перемалывает эту всю кукурузу, мы проезжаем эту кукурузу и доезжаем до такой лесополосы, это можно по Google картам посмотреть. Ну, смотрите, поле, да, вот такие есть поля квадратиками, а посередине поля разделяют такие вот полоски леса. Они примерно шириной, ну, наверное, метров 10-15. Ну, очень узенькие. И вот эти вот полоски, вот так, они разделяют поля. И мы, получается, проезжаем вдоль верхней части кукурузного поля, вот так вот проезжаем, и упираемся в эту посадку, заезжаем чуть-чуть как бы в нее, выбегаем с машины, Береза кричит, быстро маскировать машину, быстро маскировать. Мы быстро берем ветки, замаскировываем, то есть, и ложимся в это поле. И все. И мы в этом поле лежим весь день. До самого вечера. Ничего не происходит. Да, мы слышим постоянно, я это снимал на видео, обстрелы, взрывы, где-то там вдалеке, да, ну, по бокам, слева, справа, но непосредственно по нам, как бы, может, были сквозные, да, вот именно прострелы со стрелкового оружия, но непосредственно по нам никакой артиллерии не работала, и никаких стычек, боев у нас не было. Непосредственно именно в самой этой лесопосадке. И мы этой лесопосадке пролежали, ну, до самой темноты. До самой темноты. Примерно ночью они говорят, нужно выдвигаться вперед, то есть вдоль этой лесопосадки. Вони це хто? Хомчак і Береза? Да, командующий. Но эта информация передается по цепочке. То есть мы были в куче сначала, потом мы рассредоточились в цепочку, то есть один за другим. И они сказали держать дистанцию там 5, я не знаю, до 5 метров, где-то 4-5 метров. И тихонечко... Причем у меня был, получается, рюкзак, у меня была камера, и мне еще всучили в руки автомат Калашникова, этот маленький, этот АКСУ. Нахрен мне вообще дали, я не знаю, просто сказали, неси. Ну ладно, неси так неси. У меня, получается, с этим автоматом, с рюкзаком, ну камеру я положил уже в рюкзак, потому что неудобно было. И получается, мы по этой лесопосадке ночью идем как бы вот вперед, по этой узенькой. А машины, получается, остались сзади. Было очень сложно, потому что это хащи. Мы ничего не пили, ничего не ели, были просто уставшие, хащи, у меня автомат, у меня рюкзак тяжелый, и надо было это все пробираться. В общем, мы как бы пробирались через эти хащи.
Мы шли очень медленно, потому что мы фактически шли на карачках. Ну, представь, да, на карачках по кустам. Мы идем, идем, идем. И я это, в принципе, все рассказывал на фильме, который опубликовал в октябре. Я сейчас повторю просто то, что я рассказывал в октябре 2014 года. Что произошло? Значит, мы идем по этой лесополосе. И для того, чтобы обойти дерево, там дерево, ну, хащи были какие-то. Впереди идущий солдат выходит на тропу, которая со стороны лесопосадки, тропа, тропинка. Он выходит, чтобы обойти вот эти хащи, и опять заныривает в нее. Опять заныривает в нее. Но в этот момент, когда он вышел и начал там шебуршать этими кустами, с левой стороны от меня поднимаются наверх две, если не ошибаюсь, зеленые ракеты. У них такие ракеты, пум, знаете, и они как бы свет дают. Они как вот загораются, свет дают. И врубается прожектор. И прожектор такой белый, белый такой прожектор. Потому что, скорее всего, заметили какое-то движение в этих кустах. Естественно, я сразу же нагнулся, то есть мы присели. Позади меня кто был? Позади меня был Егор Тарас, это журналист «Эспрессо», и раненый солдат ВСУ. Он был ранен в ногу и еле шел, еле передвигался. То есть у него была прострелена с автомата нога. То есть мы замыкали, получается. Я был, Егор, Тарас, то есть нас четыре человека позади шло. Больше никого там не было. После того, как прожектор погас, я сразу же, естественно, следом за этим солдатом выхожу на эту тропу и заныриваю в посадку. И никого нет. Говорю, алло, где вы? Что случилось? Куда вы делись? За мной же выходят все. Стоп, а куда все делись? Мы уже как бы, ну, испугались, что нас просто кинули. Мы уже даже не пошли по хаще, мы пошли по этой тропинке, но прошли метров 40 вперед. Никого нет. Мы типа, где вы? Что случилось? Мы такие стоим охеревшие, блядь, а что делать? Мы, короче, сразу же заныриваем в лесопосадку и останавливаемся. То есть мы уже не двигаемся. Сидим, ждем. Ну и, собственно, мы такие остались там ночевать. Все, мы легли на спины. І це буквально ми був... це хто? Хто був? Це був ти, другий журналіст і поранений солдат. Чоловіка. Окей. Чотири чоловіка. Три журналіста зі мною і солдат ранений. Все, ми лігли на спину, лежимо на землі. Була така холодна ніч. Вот это был полный пипец. Короче, в Донецкой области вот летом ночью так холодно, но это было просто как, не знаю, как мороз. И мы лежали на этой земле, мы просто реально без воды, без еды, без ни хрена. После этих боев просто это, ну, я не знаю, как эту ночь, ну, потому что это был реально ужас. Это был просто пипец, как было холодно. А нельзя было встать, потому что там, получается, я вам объясню. С левой стороны у нас этот блокпост россиян, который там с прожектором стоят. И как выяснилось, мы же потом в плен попали, там чуть дальше за посадкой, с правой стороны, они оборудовали блокпост настоящий, ну, как бы настоящий, они там уже и окопы вырыли, и бронетехника у них была, и там их было фига. Мы их не видели, но они фактически там были, то есть мы были фактически у них в тылу. Слева, справа были вражеские российские войска, это вообще был полный пипец. Это, знаете, вот, я просто, знаете, когда играете в какую-то игру военную на компьютере, да, там ты заходишь, и там базы, там сидишь в кустах. Вот мы были в такой же самой ситуации. Мы были в ситуации, когда вокруг были вражеские войска, мы были прямо в центре их этого логова. Значит, на следующее утро мы просыпаемся, мы такие лежим на спине, вот я помню, и мимо нас патруль идет российский, два солдата. В шесть где-то утра, если я не ошибаюсь. Мы такие лежим, где-то, ну, в метрах пяти они проходят. Я не знаю, нас, конечно, тогда, когда мы вот такие глаза, мы такие... Они идут по тропинке, патрулируют. Ну, естественно, нас не обнаружили. Мы на спине лежали. В общем, они ушли. Все, они ушли, ничего никак бы не нашли. И мы же начали думать, что делать. Мы дошли до самой крайней точки этой посадки. Она на самом деле была не такая уже длинная, она была достаточно короткая. Ну, не знаю, но метров 100-150, ну, может, 200. Ну, не знаю, но не очень она длинная была. То есть по карте, по гуглу можно посмотреть, она была очень коротенькая. Мы дошли до этой посадки, и дальше поле. Поле, то есть уже все, и впереди дорога Старобешево-Кутейниково, трасса. Я же начал снимать видео, я заснял на видео эту технику, которая, блин, российские бронетранспортеры ехали. Я не знал, чьи-то бронетранспортеры. У них были белые флаги, висели на этих бронетранспортерах. Я думал, что-то наши сдаются, но мы не знали, что это такое-то. Наши сдаются, что-то за белые флаги. Это потом я уже понял, что белые флаги, это они себя обозначали, россияне. Белый, у кого был белый флаг, повязка, это были россияне, так себя обозначали. В общем, проехали бронетранспортеры.
впереди там был дым, где-то, ну, сгоревшая техника дымилась. Мы начали созваниваться с Киевом, звонили на эспрессо. В общем, дали команду такую. Берите тачку и едьте в Комсомольское. Мы вернулись к машине, все вчетвером. И начали, первым делом мы ринулись к машине Хомчака. У нас две машины стояло. Вот ближе туда, к той части, была наша зеленая, а тут стояла белая машина Хомчака, белый бус. У нас был зеленый бус салатовый, у них был белый. Почему мы пошли именно к белому бусу хомчаковскому? Потому что он был целый. У него были целые колеса, у него был целый кузов, у него был целый, он был целый. То есть был целый нормальный автомобиль. Мы сразу же открываем двери и начинаем выгружать гранатометы, автоматы, патроны. Короче, там был целый склад оружия. Мы это все разгружаем. Ну, это, понимаете, нужно понимать, что мы панически боялись, что нас заметят и нас накроют артиллерией или выстрелят с танка, потому что это был просто сумасшедший риск. Мы боялись, что нас заметят. Мы это, знаете, как это было в панике. Мы это быстро вкладываем гранатометы, скидываем в этот кусты. Нам нужно было важно все полностью вычистить, чтобы в случае ареста нас не приняли за военных и не убили. То есть наша была задача это полностью очистить грузовик от оружия. Короче, мы его разгружаем. Я открываю салон. Сначала с пассажирской стороны. И вижу техталон Министерства обороны. Там Министерство обороны принадлежит транспортное средство. Там такой специальный такой техпаспорт был на транспортное средство. И лежит военная рация на торпеде. Я об этом рассказывал сразу же после выхода. Я такой думаю, а что это такое? Откуда тут еще военная рация делается? Но это я пока не даю оценку, просто рассказываю хронологию. Ну ладно, а где ключи? Ключей нет. Блин, ключей нет, как же мы заведем машину, как мы поедем? Почему мы не поехали, не хотели ехать на Хомчаковское? Хомчаковская была целая машина. А Березина машина, на которой мы ехали, была в рабочем состоянии, но у нее были прострелены все колеса. Или как минимум, я не помню, вот эта часть была прострелена. В общем, прострелены были колеса. Там, где мы ехали, нас стреляли в этот бок. Боже. Значит, мы, короче, ринулись к той машине, начинаем ее разгружать. Там тоже гранатометы, стрелковое оружие, калашниковы, там патроны, там целый склад был. Ну, то есть, и там было оружие. В общем, мы это все побросали в кусты. А, еще когда мы по кустам ходили назад, мы тоже там понаходили гранатометы, куча патронов, пистолетов. В общем, они все побросали в эти кусты. Там просто, если там взять это все оружие, что там было, там реально можно было устроить маленький Вьетнам. То есть, знаете, Рэмбо, типа, вот, наш накраситься, типа, взять по два гранатомета и вперед в атаку. Реально там было оружие пипец сколько. В общем, мы это все это туда выбросили. Садимся в тачку, ключи у нас есть, и мы поехали. На пробитых колесах, ну, мы ехали медленно, это была грунтовая дорога, в принципе, мы пытались выехать с этой, с лесопосадки и поехать на дорогу Кутейникова, а через дорогу туда выше, там перекресточек, и мы туда наверх, на Комсомольское. В общем, мы выезжаем, и получается там какая вот, по карте можно посмотреть на видео, идет как бы такая вот как плоскость, а потом резкий обрыв, вот такой как срез, и дорога. То есть, получается, нету видимости визуальной, что происходит между дорогой и вот этим вот обрывом. А как оказалось, вот в этой как раз части обрыва сделали блокпост россияне. И это было как бы пипец. Мы, в общем, проехали метров 300. И что самое интересное, у меня мобильный телефон, и там Android, и Google у меня записал вот это движение, и у меня оно осталось, движение нашего автомобиля. Когда ты едешь, у тебя есть функция, ты можешь делать трекинг, ты можешь с Google, чтобы Google делал трекинг по дням, где ты был и что ты делал. И у меня Google записал вот это вот наше движение на автомобиле с посадки и до самого блок-посадки, кусочек маленький, ну там чуть-чуть. В общем, мы увидели россиян. А, там еще был момент. Мы когда ехали по этой дороге, мы заехали днищем на камень. Я думаю, ёбаный насос, мы застряли в этом поле. Я думаю, ёб, сейчас нас танком накроют, артиллерией. Как вообще можно было это сделать?
Мы выскакиваем с этой машины, давай домкратом поддомкрачивать машину, это прямо в этом поле сраном. Даем газок, машина съехала. Мы быстро опять машину вперед едем. И получается, какая фишка. Мы, когда съезжали с этого горба, этот горб от дороги был слишком резкий. Вот такой вот. И вместо того, чтобы за рулем был солдат, мы его перебинтовали, то есть он был, ну, в этом, в движении. То есть он мог ходить, он мог передвигаться, он был перебинтован, и все было окей. Пуля пошла на вылет с ноги, пуля не застряла, пуля пошла на вылет. Значит, водитель был за рулем, ВСУшник. И получается, вместо того, чтобы съехать вот так вот, водитель съехал вот так вот. И мы бампером вот так вот в дорогу, бам, и застряли. То есть вот так вот. И тут подбегают, ну, человек, наверное, 15 с автоматами россиян. Типа, все, выходите с машины, всем лежать. Этот вот. И нас с белыми повязками, в военной форме. Нас, короче, всех повязывают, кладут мордой в пол. Сразу же обыск, крик, типа, вы кто, откуда, что? А у нас был в чем прикол? Мы повесили белый флаг на машину. А я же не знал, что белый флаг это обозначало россиян. И когда мы тупо с этих кустов выскочили на этом бусике, прямо к ним на базу, они охренели, потому что они не понимали, откуда вообще это взялось, что это такое, и у них белый флаг. И они почему не открыли по нам сразу огонь? Потому что они подумали, что это ихнее. А потому что мы с белым флагом типа сдаемся, но это обозначало, что их было. В общем, они открывают огонь, что вы, кто вы, откуда вы. Короче, мы... А я слышу по акценту россияне сразу же. Мне два слова, я сразу же россияне, ну, по акценту моментально выдаю. Думаю, блин, слава богу, россияне не ДНРовцы были. Потому что ДНРовцы нам пиздец был бы сразу. Нас бы там и сразу бы закопали. Я думаю, слава богу, россияне не ДНРовцы. А россияне вообще ни хрена не понимают. У них тупо вообще понимание, что происходит. То есть они сами были вообще ошарашены к тому. В общем, позабирали у нас, естественно, технику, телефоны, все, что у нас было, все уж позабирали, особенно телефоны. Но прежде чем, как мы сели в тачку, мы же понятно предполагали, что есть вероятность попадания в плен. Есть вероятность попадания в плен. Я почистил свой ноутбук, там были данные бойцов, туда-сюда это все нахрен удалил. И флеш-карты с камеры мы вместе с Тарасом спрятали в обувь. Каждый в свою. Он в свои флеш-карты со своей камеры в свою обувь, я в свою. Мы взяли эти флеш-карты, и мы закинули их в обшивку обуви. То есть у меня вот, ну, когда вот обшивка, там по бокам поролончик идет, ну, как этот вот, для удобства ноги. И я, получается, под этот поролончик вот туда вот флеш-карту запихнул, и оно не видно. Ты будешь щупать, ты никогда в жизни кроссовок будешь прощупывать, ты не найдешь ничего. Оно там вот прямо туда в кроссовок ушло и стало как единым целым. В общем, он запрятал свою обувь, я запрятал свою обувь. Естественно, когда нас приняли, этот вот, все позабирали, но главное, что флеш-карты остались. То есть остальное хрен с ним, там, телефоны, это все как бы лишнее. Вот, и давай же нас допрашивать. Но они нашли, то ли в двери, короче, они нашли в машине военную карту. А на этой карте было все, позиции, размещение, то есть вся военная карта ВСУ. И эту карту оставил Береза, Юрий Береза, это же его тачка была. То есть они ее, короче, нашли. Я думаю, ёбаный насос, что вы наделали? А они, короче, вы шпионы-диверсанты, у вас военная карта. Они еще нашли одну гранату, которая закатилась там где-то в угол, и военные кирзачи остались. Короче, я говорю, это не мои кирзачи, это ничьи кирзачи, потому что нога была здоровая, такая здоровезная нога, у нас их маленькие ноги были. Короче, ну видно, это не наш размер. Мы же давай объясняем, что мы журналисты, мы не солдаты, то есть это ж, ну, все на эмоциях, это под автоматом. То есть это крик, все, там вам пизда, сейчас мы расстреляем, то есть это идет... реально, как бы, ну, это война. Это не просто, это война. В общем, они говорят, нет, вы, короче, диверсанты, вы шпионы, вы, у вас есть военная карта, вам пизда. Этот, и солдат, мы его переодели по гражданию. Мы, короче, эту форму всю сняли, и у Егора была запасная одежда, мы одели ему там по гражданию штаны, какие-то кофты там. Мы, короче, и сказали, что он водитель телеканала, сотрудник телеканала, он с нами, типа, мы все съемочная группа. То есть мы не говорили, что он в ВСУ. Мы сказали, что он является сотрудником телеканала. И, в общем, это же допрос под автоматами. Они не верят. Я говорю, стоп, ребята, секунду. Мы журналисты, мы не шпионы, мы не диверсанты. Я в основном с ними общался. А у них так вот автомат держит, вот так вот. Типа. Мы стоим вот так вот на коленях. Короче,
снимайте бронежилеты, становитесь в ряд. Мы думаем, ну пиздец, короче. Сняли бронежилеты, мы стали в ряд, так вот линейку, они нацелили автоматы. Так вот. Передернули затвор. Я думаю, ну все, как бы жизнь закончилась, пора прощаться. Ну думаю, ладно, сейчас захерячат, уже выстрелят меня, в принципе. Ну я не думаю, что будет больно, уже думал, как бы там. Ну, должно сразу убить, чтобы не мучился. Думаю, ну все, пизда, короче, будет валить. Они такие, а чего вы типа не боитесь, чего вы типа, ну, не в панике? Вы реально, ну, не похожи на гражданские, потому что гражданские там будут умолять, типа, не убивайте нас. А мы стоим вот так вчетвером, нам похуй вообще, ну, на морозе полном. Мы так устали реально зато, мы целую неделю после этих обстрелов, нам уже было просто, я уже думаю, все, наконец это все закончится, уже пусть убивают. Я уже так устал от этой херни, пусть они уже завалят, и это все закончится. Я уже просто реально не мог. Это реально уже был срыв. Короче, и они как бы, ну, не убили нас. То есть отставили, все, типа, они успокоились. Они увидели, ну, как-то, ну, может, как-то на интуиции поверили, да, что мы не являемся диверсантами. В общем, мы говорят, ребята, мы просто реально устали, нам, ну, это пиздец. Говорят, нас бросили военные, они забрали, ну, все, что было, они забрали, то есть нас оставили, и мы тут как бы сами пытались выехать на машине. В общем, что, все сели мы на эту, на траву, дали нам закурить, мы сидим, курим, общаемся, рассказываем, да, пиздец. Ну, что-то слово за слово, они там спрашивают, там, какие-то житейские вопросы начали задавать, там, по поводу, сколько это стоит, но они все конвертировали в рубли. То есть они не понимали вообще ценность гривен, они все конвертировали в рубли. И мне, что тогда нас спасло. Они не знали, кто мы, что мы, они не могли понять, откуда мы, какой телеканал. Потому что если бы нас задержали ДНРовцы, бы они открыли там мои эти видео, они бы, ну, они в лицо меня все знали. Ну, нас бы там просто бы распяли, нам бы вспороли животы, там это пиздец было. А россияне, они вообще ни хрена не знают. И нас было это спасло, потому что россияне вообще полноль был. Они вообще... И они, короче, говорят, блин, мы нас, короче, сюда прислали, мы 3 дня уже тут сидим, ни командиров, ни хрена, мы сами ошалели. Мы не знаем, что происходит, короче, что такое творится. Мы сами, короче, в ахере. Они сами на такой панике были. И как бы это я, знаете, они нас особо и не мучили. И они сами были в шоке. Это как бы тоже сыграло. И вот мы сидим, и вот ночь пошла. А, они, короче, говорят, садитесь в свой бус и там спите. Но если будете пытаться убежать, мы вам кинем гранату F1 в этот, в машину. Ну, типа, чтобы знали. Это ладно, какие, типа... Они нам дали сухпайок, мы пожрали сухпай российский, настоящий армейский министерство. Причем самое интересное, что я за несколько дней сначала ел американский сухпайок, потому что у нас были американские сухпайки, типа гуманитарная помощь в Иловайске. А через пару дней я поел уже российские. Короче, сначала американская армия накормила, а потом российская армия накормила. Украинская армия особо не кормила. В общем, съели мы этот сухпай. Сидим в этой машине, а машина у нас вот так вот стоит, и получается мы вот так вот спим, вот так вот раком, да, вот мы там обнялись как-то. А у меня еще было в чем проблема, у меня была футболка и кофта. Кофта я застегну, потому что у меня на футболке было написано «Американская армия», «Армия». Я думаю, ебаный насос, а я же сейчас расстреляю. Я, короче, застегнул и типа в этой футболке. А ночью, когда мы в бус залезли, я ее этот вот достал, перевернул задом наперед, переодел и сорвал бирку и выкинул ее, запихнул в этот обшивку буса эту бирку типа американской армии. И типа футболка черная была, ну, понятно, со швами, типа задом наперед. Я вот не помню, это было на следующий день или это было в тот же вечер, ну, тяжело уже вспомнить, но неважно. Они когда обыскивали мой рюкзак, а у меня еще в рюкзаке была это... Кепка ЦРУ. Блин, я поперся, что в этой кепке у меня была кепка ЦРУ, Центральное разведывательное управление. Ну, это же моя знаменитая кепка. Я сдавал. У меня тупо эта черная кепка, у меня это классная такая. Там тупо эмблема ЦРУ и Центральное разведывательное управление. И я эту кепку, естественно, положил в рюкзак. У меня еще была футболка там. Такая тоже с бирочкой. Це був твій квіток в Москву. Тебе в Москву безкоштовно привезли всією кепкою. Не пипец, меня сейчас реально отправят эту судить в Москву, думаю, что, ну, столько было событий, которые реально, вот знаете, я думал, ну все, пипец, реально нас сейчас завалят, но оно как-то так проходило, ну спасло то, что солдат, короче, что было, они достают эту кепку, смотрят, а, что это такое, типа, что это за американская херня,
Ну, вони не знали англійського, вони не змогли прочитати. Там просто не CIA, да, а Центральне розвідувальне управління, Central Intelligence Agency. Тобто вони це прочитали, але вони не могли зрозуміти, що це таке. Солдати були молоді, ну, молоді пацани, там 20 чим-то лет. Ну, там цей Нижній Тагіл, звідки їм знати, що да, таке CIA? Да, да, да. Це пацани тупо з глибинки, які вообще ні хрена там этот, нічого не соображають. В общем, вони достають кепку, а там ЦРУ. А они типа, что это за херня, типа, что это такое? А я такой сижу, типа, думаю, ёбаный насос. Короче, прокатило. Не, не приставали, типа, ну, думаю, типа, херня какая-то, выкинули её. Говорю, блин, вы поймали ЦРУшника, блин. А у меня что, у меня американская виза, американские права. Этот вот, ну, права мне тогда с собой... Да, права я что-то вроде с собой не брал. У меня были украинские права. Ну, на самом деле, у меня американская виза, права вообще, я как бы с Америки приехал буквально там 2 месяца тому назад. 3 месяца тому назад. В мае я приехал с Америки. Ну, а и что, в ЦРУшной кепке с камерой, да, там захватили, ну, тупо разведчик-диверсант, ну, это все, ну, это пипец, это глина, это тупо глина. В общем, прокатило. В общем, на утро, что было ночью, когда мы сидели в бусе? Нас несколько раз поднимали по тревоге, и мы бежали в эти блиндажи, их невырытые окопы, и они запускали красные ракеты. То есть красная ракета, типа тревога, аларм. Ну, типа, паника, все, типа, на взводе думали, будет бой. То есть они думали, что... Потому что ночью было какое-то шебуршание, возможно, где-то были какие-то перестрелки. И они от любого какого-то звука, любого какого-то шебуршания поднимали красную ракету, бой, к атаке. И нас всех с этого буса доставали и прятали в этот блиндаж, типа, чтобы нас не взорвали. Но не было боя. То есть несколько раз это происходило, боя не было. На утро мы проснулись, мы встали. Что было утром? Утром, короче, приехала... Привезли человек 15 военных наших, вылавливали по полям вылавливали, привозили чумазых, страшных, они там уже оборванные, ну реально видно, что это пипец был. В общем, мы их как-то вот закучковали в одну сторону, нас типа как журналистов мы чуть-чуть рядом сидели, но мы пересекались там где-то на курилке, в туалет туда ходили, то есть где-то было у нас... и контакты, но так, что мы в куче были, нет. Нас немножко так разделили. Вот, и опасно было общаться, мы старались как бы особо ни с кем в контакт не вступать, типа мы, ну, ситуация стабильная, и мы старались не нарушать эту стабильность, чтобы все было спокойно. Потому что в этот момент я понимал, что у меня в кроссовке зарыто 36 гигабайт видеозаписи с російськими танками, з російськими воєнноплінами. Я хочу тебе перебити на цьому моменті. Я хочу сказати, зараз я сиджу, тебе слухаю, історія, яку ти розказуєш, як свідок цих подій, вона настільки, не те, що захоплююча, вона настільки яскрава і емоційна, що я навіть, якби, намагаюся тебе не перебивати. Люди чекають, коли ми повернемося до теми нашої розмови, тобто генерала Хомчака, і я обіцяю, ми обов'язково до неї повернемося. Я хочу тут просто вставити своє зауваження. Я знаю, що багато з вас відноситься до Ростислава Шапошнікова, хто позитивно, хто може негативно, хтось там починає розказувати зрадник батьківщини, там кудись поїхав і все таке. Ну, таким людям я рекомендую з'їздити в ліс на пікнік за допомогою СБУ хоч раз в своєму житті, тоді ви будете розказувати, хто там куди поїхав і хто який зрадник. А те, що з Ростислава зробили МВС, СБУ, в якому стані його потім знайшли в лісі, це вам треба просто хоча б побачити ці світлини, і я думаю, багато з вас заспокоїться з цього приводу. Ми тут для того, щоб почути одну версію подій. Ми не кажемо, що те, що розказує Ростислав, є абсолютною там істиною в останній інстанції. Це те, що людина бачила своїми очами і чула своїми вухами. Я хочу нагадати українському суспільству, я хочу нагадати нашим глядачам, ті, хто зараз дивиться, Ростислав є першим і фактично єдиним людиною, яка зібрала докази російської агресії на території України. І ці докази російської агресії саме Ростислав в обхід будь-яких державних установ, контролюємих Порошенками, Ахметовими, Медведчуками, надав західному суспільству. Матеріали Ростислава знаходяться в ЦРУ, матеріали Ростислава знаходяться в Пентагоні, Держдепі Сполучених Штатів Америки. За допомогою того, що ця людина, яка зараз вам може розказує щось таке, що ви не очікували чути, чи ви там починаєте казати, давайте ближче до теми, та він там перелякався, та він там... Це звичайна цивільна людина. Це не Рембо,
Нагадую, і це не генерал Збройних сил України, якщо хтось це не розуміє. Це звичайна цивільна людина розказує свої враження від того, що з ним відбулося. І людина, яка там могла загинути в будь-яку секунду, і ризикуючи своїм життям, ця людина врятувала життя воїна Збройних сил України, коли підписалася і сказала, що він є журналістом, він є співпрацівником каналу. І ця людина, ризикуючи своїм життям, винесла з поля боя докази, які СБУ могутніше з цілим, я не знаю, що в них 50 мільйонів доларів, як мінімум, бюджет в СБУ. СБУ чомусь їх доказів не зібрала. Головний військовий прокурор Матіас цих доказів не зібрав. Луценки і всі інші, ці Шишкіна, і хто був до Луценка, оцей ще Шокін, вони чомусь не зібрали. Купа бравих розвідників, купа бравих українських Рембо чомусь нічого цього не зібрала і нікуди воно не дійшло. А звичайна людина, простий хлопець, українець російськомовний, якось це зібрав і, ризикуючи своїм життям, пронес це через полон, не лоханувся, не віддав це комусь, хто контрольований з Кремля, і це було все похерено, а доніс це до західної цивілізації і продемонстрував реальні докази. На основі цих реальних доказів західні уряди могли і мали право вводити санкції, робити нові закони про допомогу військову України. Так що, будь ласка, ви, коли починаєте бачити лише поверхню, я вам пропоную дивитися трошки глибше. Ростислав, давай будемо потрошку закінчувати твою розповідь. Розкажи, будь ласка, як тобі вдалося і твоїм друзям вискочити з полону. І ми будемо повертатися до теми нашої розмови. Я тобі буду задавати вже більш такі конкретні питання, і вже буде це більше буде діалог. Розкажи, будь ласка, коротенько, як тобі вдалося вирватися звідти? В общем, значит, где-то во второй половине дня нас всех этих людей собрали, то есть нас четверых плюс солдат пленных посадили в грузовик. Перед этим, то есть самое интересное, россияне, которые нас задерживали, они нам нас все забрали, но отдали нам документ, то есть бумажник, я оставил портмоне. А когда перед погрузкой в грузовик приехала группа задержания, уже были такие ребята пожестче. Они нас еще раз обыскали, сорвали у меня золотую цепочку, это вторая, это была первая. Сорвали золотую цепочку, забрали бумажник с документами. То есть первая группа мне их отдала. Ничего нет, то есть вообще поразительно. То есть погрузили нас в грузовик и увезли. Везли долго, как понял, потом просто кругами нас возили. В общем, везли, я думал, все, везут в Россию, пипец, на суд. И где-то на середине пути, где-то через там, полчаса, 20 минут, я уже точно не помню, ну, короче, середина пути, вытащили из машины Егора Воробьева, одного из всех нас задержат, то есть из нашей группы, и еще вроде какого-то солдата. Но у нас были всех завязаны глаза. Я слышал это, но визуально, только эти образы, да, там какие-то. Но чтобы я это видел, то есть я это как бы, ну, слышал, там, что посадили его обратно, не посадили, на тот момент было точно неизвестно. И все, машина дальше, грузовик тронулся, проехали еще минут 10, после этого нам сказали всех выходить, сняли повязки, и мы выходим и видим несколько грузовиков, колонна стоит, и я вижу всех своих с 39-го батальона, они уже все пленные, стоят в этих грузовиках, то есть они их словили в другой части этого боя, и, естественно, они уже рассказывали свою историю, как они попали в плен. В общем, нас этих всех пленных, что у нас было, ну, там, наверное, было человек 150-170, всех кучу в одну, и меня туда, в этот же грузовик, к ним. Я их вижу, блин, о, ребята, пипец, короче, как раз я вас видеть, мы начали обниматься, целоваться, что живы остались. Этот сказал, что Егора забрали, ну, он живой, но не забрали куда-то непонятно где, то есть Егора нет. Всех отпустили, меня отпустили, отпустили Тараса, отпустили солдата, отпустили еще этих 15 человек военных, Егора одного, если дальше всех этих групп, то он что-то 20. А Егор был кем? Журналистом был? Чайками? Да, он был руководителем нашей съемочной группы. Он представил, я руководитель этой съемочной группы. Mm. Но он как бы и был руководителем съемочной группы. Проблема была Егора в том, что буквально за несколько дней до этого мы же записали на видео видео танка Т-72Б3, который мы, и военных пленных Ахметова и Эльмитова. И Егор сделал об этом, на камеру я снимал, Тарас снимал, мы сделали об этом коротенький сюжет, там на пару минут, и через модем скинули на Киев.
И «Эспрессо» опубликовал вот эти материалы с танком и с пленными. Это было самое первое, вот эти моменты, там они там набрало там, за день 500 000 просмотров только на Ютубе, а потом это все на телеке ж крутили. И Егор засветил свое лицо. Ясно. Я понял... Тобто це були перші докази, безпосередні докази російської конкретної участі в бойових діях, тобто військових дій агресивних, порушень міжнародного законодавства, і ця людина, його обличчя десь там промількнуло, і тому в них, да, звісно, зрозуміло. Там буквально було по 1.5-2 минути, тобто дуже коротенькі такі от епізоди, тому що інтернет був плохий, ми кинули чуть-чуть буквально, тут пару кадрів, там, відео показати, що вообще происходит. И Егор засветил свое лицо. И, скорее всего, мы уверены в этом, что из-за этого его идентифицировали по лицу, и потому его оставили. Скорее всего, то ли для потом обмена, то ли для чего. А нас всех отпустили, потому что считали, что мы бесполезные. Ну, то есть, ну, мы какую ценность им не представляем. Хотя мы могли, ну, мы представляли самую большую ценность, потому что именно у меня и у Тараса были видео, а у Егора видео-то не было. Зрозуміло. Тобто, ну, вдалося их обмануть. Добре. Так получилось. Добре. Значит, приехали мы в Киев, отпустили. А ни Хомчак, ни Береза не выходили с нами на связь. Они знали, ну, как знали, они были, понятно, что они знали, что мы остались в лесу. Мы объявились, я сразу пошел на «Эспрессо», там через день я давал уже в прямом эфире на «Эспрессо», эти все сюжеты опубликовал. То есть я сразу же объявился в ТВ, вот он я, вот я есть, я живой, и рассказал эту всю историю сразу же. И... Ни Хомчак, ни Береза не позвонили, не попытались выйти на связь. Вообще ничего. То есть как будто нас не существовало. И для меня это было на самом деле очень неприятно, потому что им было посрать вообще такое впечатление на нашу судьбу. То есть, мы были в одной группе. Мы были в одной группе. Значит, смотрите. Есть вопросы, я могу сразу ответить уже на какие-то комментарии, что есть уже обвинения в средствах массовой информации. То есть, в принципе, вот это как бы история выхода из котла. Если есть какие-то уточнения, то я отвечу более детально по каким-то эпизодам. Зрозуміло. Дивись, в мене, по-перше, особисто є деякі питання, і потім, якщо у глядачів якісь є запитання, думаю, вони теж можуть їх поставити. Моє перше запитання. Ростислав, чи є в тебе будь-яка військова освіта? Чи самоосвіта? Нічого нема. Тобто... Я ніколи в воєнному ділі я нічого не розумію. Зрозуміло. Тобто твоя оцінка дії Хомчака, деяких, наприклад, коли треба було там зібрати зібрання, радитися з солдатами чи ще щось, це є твоя якби суб'єктивна думка, ти вважаєш, що так треба було робити правильно. Добре. В мене до тебе ще одне запитання. Чи знаєш те про те, чи знаєш ти, і що ти знаєш, тільки коротко, про те, які саме велися перемовини з представниками російського військового командування, конкретно з президентом Росії Путіним та представниками незаконних збройних формувань сепаратистів про те, щоб оточена збройна група українських сил вийшла з Іловайська. Ти знаєш, що велись такі перемовини, правильно? Да, но они не озвучивались по рации, сами переговоры. Мы слышали только о том, что ведутся переговоры, нужно время. Но я не был ни свидетелем этих переговоров, никто из нас не слышал этих переговоров, поскольку, естественно, переговоры велись не в прямом эфире по рации, потому суть переговоров нам неизвестна. Зрозуміло. Чи відомо тобі, що в цих перемовинах приймали участь генерал Муженко, генерал Хомчак і навіть комбат Береза? Він був задіяний на початку. Він на початку був задіяний, коли постало взагалі питання, що треба відходити. Только общая информация со средств массовой информации, то, что вот общедоступно, это мне известно. А так, непосредственно, я же не располагал информацией, поскольку я, как и все солдаты, был просто вот то, что говорили, ну, нам, то мы слышали. Но вот именно эту информацию нам не доводили до ведомости. Зрозуміло. Ти відомо тобі, що була досягнена домовленість. Вона була завдяки також втручанню президента Росії Путіна, який сказав, що треба зробити так званий гуманітарний коридор, і нехай вони звідси вимітаються. Це його слова були в найближчому оточенні. Чи відомі тобі умови, за яких невідомі? Добре, давай. І ми не знали. Ми виконували тільки от, прикази непосередньо командування України, але
То, что там какие-то договоренности с Путиным, это я уже узнал только из интернета, выйдя из окружения. Вот только я об этом уже узнал. Ну, зрозуміло, як це працює росіян, і, на жаль, поки що так же само фактично працює українців. Українці докладають в Київ, очікуючи там політичних рішень, а російські військові, які керували групіровкою, яка незаконно перетинула російсько-український кордон і здійсняла бойові операції на території України, звісно, що вони консультувалися через купу посередників, ну, напряму фактично з Путіним. Давай я тобі скажу, дам зараз інформацію, яку ти, може, не знаєш. Не знаєш, я не намагаюся там поміняти твою думку, але я хочу, щоб і ти, і глядачі, і всі інші мали більш широку інформацію. Була досягнена домовленість, згідно американської розвідці, була досягнута домовленість між Кремлем та Києвом про те, що кремлівські і прокремлівські сили будуть випускати з Іловайського котла групи Збройних сил України та добровольчих підрозділів за умови, якщо вони залишать військову техніку та складуть вогнепальну зброю, все це там залишать і без зброї абсолютно вийдуть. Така була домовленість. Ця домовленість була дуже сперечалася і були проти цієї домовленості насамперед сепаратисти. Коли росіянам було, росіянам було треба досягти тактичної мети. Якщо люди, які трошки подивляться трошки ширше і пам'ятаєш, після Іловайська було Дебальцеве, якщо ти не забув. І я думаю, багато інших людей не забули. Якщо подивитися на мапу, то що Іловайськ з однієї сторони, більш східно-південної, що Дебальцево з північно-західної сторони. Це такі два ікла, які огортають Донецьк і загрожують Донецьку оточенням. Якщо там сконцентрувати достатні сили, Біловайську і Дебальцево, які ще до того є досить крупними залізнодорожними вузлами, це є пряма загроза Донецьку. Саме з цією загрозою абсолютно передбачено з тактичної, стратегічної точки зору для тих, у кого є будь-яке військове, там, я не знаю, тактичне, стратегічне мислення, було зрозуміло, що саме ці два виступи, так звані, їх треба зрізати для тих, хто піклується про військову безпеку Донецька. Чисто з військової точки зору. Зрозуміло, що росіяни будуть займатися Іловайськом і будуть займатися Дебальцево. І за твоїми словами та багато іншими подіями ми побачили, що українське командування абсолютно, навіть якщо хтось з них там здогадувався, що саме такі будуть послідовність дій проросійських сил, вони фактично нічого не робили для того, щоб цьому запобігти. А дії генерала Хомчака, наприклад, коли ви в Трипілі і несподівано починають по вам стріляти російські танки, це означає, що не було справжнього бойового охоронення, не було справжніх видвинутих невеличких підрозділів бійців, які повинні бути моніторити ситуацію, докладати вчасно. Тобто, що комунікації, що дозорна робота була не налагоджена. Це, звісно, відповідальність головнокомандуючого військами в цьому секторі. Чи відомо тобі, що коли досягли домовленостей, генерал Хомчак наказав сформувати дві колони, одну з котрих він став у главі, другою він поставив полковника, я вже не пам'ятаю його прізвище. Чи відомо тобі, що перед тим, як колона почала вирушати, інша сторона заявила про те, що вони міняють умови виходу з котла? Чи відомо тобі щось про це? Очень много противоречивой информации, но подтвердить и опровергнуть эту информацию я не могу, поскольку я не являюсь ее свидетелем. То есть я могу слышать разные версии, но достоверные ли они эти версии, я не знаю. Звучат и меняли, и так договорились, и так договорились. Но я могу сказать следующее, что ни солдаты, ни мы не владели информацией о том, что нужно какое-то оружие сдавать или не сдавать, или тому подобное. Нам информацию сказали одну, первое. Это солдат имеется в виду. Сложить по походному, мы идем, мы выходим, все спокойно. То есть, как бы, все нормально. Не сдавать, сложить у себя. Зрозуміло. Было... В
Вторая информация уже в процессе движения, это идти по боевому. Все, больше никакой информации у нас нет. Зрозуміло. Я тобі пояснюю, що сталося за даними американської розвідки. За даними американської розвідки, які, ну, скажімо так, серйозні сили політичні та військові в США вивчали так звану Battle of Іловайськ, тобто битву за Іловайськ. Що сталося в останню хвилину, коли колони вже були вишикувані і по походному все було складено, в цей час генерал Хомчак отримав інформацію про те, що умови міняються і дозволяється вихід лише підрозділом Збройних сил України. При цьому техніка, зброя, що було попередніми умовами, і тепер з'явилася нова умова Збройними силами України. Тобто правий сектор, Донбас, всі інші повинні були залишитися. Це була умова. Саме після отримання цієї умови генерал Хомчак приймає рішення, вже не консультуючись з Києвом або будь-ким, бо вже не було часу і не було комунікації, він приймає рішення, що ти почув, по-бойовому прориватися. І після цього почався розвиток подій, який ти побачив. Ростислав, я тобі розказую факти, які вдалося зібрати американській розвідці. Ти цього не знав. Що говориться, ведуться переговори. Дайте ще время завершити переговори. Хомчак говорить, нету времени ждать. Откуда он получил інформацію, от какого источника, если переговорщик... Тобто ти був при Хомчаку, коли були останні ці моменти. В якій годині повинні були виходити колони? Коли ви вже були готові? Ну, это мне надо сейчас поднимать... Ну, там приблизно. Там время менялось постоянно. Угу. Ну, це було щось ранок, правильно? 8 ранку, 9 ранку. Времени, это не проблема. Но мне нужно сейчас взять свойства файлов, посмотреть точное время по файлам создания и совместить время, всю информацию, что есть в общественном доступе по времени. Но я скажу так, что изначально они разделили эту колонну, ну, всех собрали, потом разделили. Там не было отдельно добровольцев. А что такое добровольческие батальоны? Например, 39-й батальон или там 40-й Кривбас, они тоже являются добровольческими. Там, ну, правильно. Не... Справа була в тому, що сепаратисти дуже сильно хотіли, щоб генерал віддав людей, яких вони називають в своїх пропагандистських там всіх цих випусках так званими карателями. Їм дуже було це важливо, вони на цьому настоювали, вони навіть не погоджувались на умови російського командування, яке погодилось лише з тим, щоб залишили зброю і вийшли всі, ну, поголовно. Вопрос заключається в тому, из какого конкретно источника рация Хомчак получал ту или иную информацию, если переговорщик ему говорит, что нужно подождать, а он говорит, нет, времени ждать. То есть у него что, кроме переговорщика, был еще какой-то переговорщик? От в цьому є питання, тому що я тобі ще раз просто поясню, За даними, які зібрали американці, в останній момент сепаратисти, саме сепаратисти, бо росіянам було все одно, хай там всі виходять. Росіянам треба було, щоб тактично вони отримали перемогу, ну, щоб Іловайськ був їхній, всі відійшли. Сепаратистам було, в них якби ідеологія там їхня на першому місці стоїть, і їм було дуже важливо показово показати, що вони взяли в полон так званих карателів. Тому сепаратисти настоювали на тому, і саме вони поміняли умови виходу з котла. І саме вони сказали, що ви повинні залишити добровольчі підрозділи. Тільки підрозділи регулярної армії Збройних сил України можуть виходити. Тоді ми не будемо стріляти, тоді ми не будемо відкривати вогонь. Ну, також є така, да. Во-первых, учитывали ли американці дані переговорів по рації, які я публікував, вони ж є. Я думаю, що так. Я думаю, що так, бо це в відкритому доступі. Дав приказ йти з боєм до того, до завершення переговорів. Тобто оцей момент треба дуже, дуже важливо розслідувати, розумієш? Бо якщо генерал Хомчак з усіма його недоліками, як типового, наприклад, радянського генерала, якщо ми подивимося на його біографію, він вчився в Калінінграді, він там артилерійські ці чи мотопіхотні вчилища і вся ця кар'єра, це типова кар'єра людини ще з радянських часів, а потім Україна отримала юридичну незалежність, да, і далі в них така ж радянська служба продовжувалась вже під прапором України. Недоліки є у багатьох цих генералів. Но якщо ми приймемо до уваги той момент, що насправді, і це з багатьох джерел поступилася інформація, що в останній момент
сторона супротивника поміняла умови виходу, знаючи, що людям не буде куди діватися, що генерал вже теж, мабуть, труситься за своє життя і, скоріше за все, погодиться, то в цьому світлі дії генерала Хомчака виглядають зовсім інакше. Вони виглядають так, що людина вирішила для себе нікого своїх не залишати. Вже, я тобі поясню, навіть якщо це нам треба зараз трошки розібратися і знайти докази, одне то, що генерал наказав зброю і техніку не залишати, це вже каже про те, що він 100% не погодився на умови росіян. Так техніку взагалі нікому не говорили, що потрібно стріляти. Взагалі такого розмови не було. Це залежало від нього, тому що по домовленостям українці повинні були залишити в котлі техніку та зброю, може там якусь легку стрілкову. Взагалі на той момент у нас. Ніхто об цьому. Зрозуміло. Да, ну у Хомчака така інформація була. Це означає, я тобі пояснюю. Я говорю о тому, що ізнутрі. Значить, да. Смотри, по поводу этого. Нам нужно чётко распределять по времени. Когда, что сделал. Не говорить в общем, потому что у нас, понимаете, я вот читаю сегодня комментарий Гала, если не ошибаюсь. Он говорит, потому что каждый говорит разное. Вообще каждый говорит разное. То есть он говорит, что мы стояли, потом начался обстрел, а потом началась команда с боем. Нет. Сначала была команда с боем, а потом начался обстрел. Знаете, меняют просто хронологию событий. Зрозуміло. От цим сьогодні я хотів дуже сильно розібратися. Спочатку бою, а потім обстріл. Так ти провокатор бою, а не вони провокатор бою, а не наоборот. Знаєте, от ці от моменти змінення хронології міняють абсолютно всю картину. Значить, в даній ситуації по команда з боєм була до того, як почався обстріл. Це перше. Во-вторых, генерал Хомчак должен був обсудити со своїм солдатом, со своїми солдатами, варіанти розвитку подій. План А, план Б и план С. Солдат держали в неведении. Солдат не может идти в колонне или идти на прорыв, или идти не зная куда и не зная зачем. Ростислав, дозволь мне тебе перебити. Старе только что, что нужно было подождать, чтобы россияне укрепились. Ребятушки, мы целую неделю ждали, они уже 3 дня как укрепились. Там речь шла о 15 минутах. Мы неделю ждали, они там уже все. Я еще раз, я показывал видео. Они закопаны все были. Что вы хотите? Они уже закопаны, они закопали там. Ну, зрозуміло, вони вже знали, де коридор буде, і вже приготувалися цей коридор, якщо треба знищити. 30 минут вообще не играло, они уже закопаны 3 дня. Ростислав, я тобі хочу пояснити, що генерал не зобов'язаний збирати солдат і мати з ними нараду. Розумієш? Бо коли генерал, дай мені сказати, будь ласка, коли генерал залишається, може, з 5 солдатами в якомусь оточенні, то, може, так воно і є. Ну, коли у генерала є багато підлеглих, да, а там було приблизно 1200 людей в цих двох колонах, то він зобов'язаний провести нараду, якщо треба, але прийняти рішення і прийняти відповідальність за це рішення лише з командирами підрозділів. А командири підрозділів, в свою чергу, вже в них повинна бути відлагоджена повністю комунікація. І, як правило, комунікація відбувається з сержантським складом. На жаль, у нас радянський сержантський склад, а не американський, де сержант – велика фігура, а сержант в українській армії, як і в російській, це ніщо і ніхто. От. І вже сержанти ставлять задачі конкретно своїм підлеглим, яких є всього-навсього декілька людей. Тоді легше це все. Зрозуміло, що це все не працювало, це все було дисфункційним. Питання полягає в тому, чи Хомчак зробив це рішення, коли він дізнався, що умови виходу робляться все більш і більш жорстокішими і невиконливими, тоді він, бо це, коли він сказав, коли він дав наказ, що йдемо тепер, прориваємося по бойовому, до того, я прошу тебе просто це зрозуміти, до того, як пролунав перший постріл, це означає, що в нього вже була якась інформація, яка змусила його прийняти це рішення. Ця інформація, повторюю, за американськими даними, ця інформація є, не знаю, з якого каналу зв'язку, хто йому, може, підійшов, хтось сказав, чи що там було, але що умови міняються, і він повинен залишити не тільки техніку та зброю, він також повинен залишити на призволяще добровольчі батальйони. На що ця людина, якщо це правда, то ми бачимо, що ця людина на це не пішла. І це зовсім
Ти розумієш, це зовсім в іншому, якби зовсім інше світло проливає. Я розумію твоє скептичне відношення, я розумію, що ти віриш своїм очам і своїм вухам. Но я тебе запитав деяке запитань спеціально. Чи знаєш ти все? Ти сказав, що ти знаєш лише те обмежене, чому ти був свідком безпосередньо. Я також спитав, чи маєш ти військову освіту для того, щоб твоя оцінка була, скажімо так, не те, що більш професійною, а більш розширено. Ні, твоя оцінка є дещо вузькою, но вона тим і цінна, що вона є оцінкою незаангажованої особи. Особи, яка є цивільною, яка побачила, що насправді відбувається, якої там якісь тактичні, стратегічні класи минулого не заважають цьому. От. Тому, що треба зробити? Я вважаю, що треба обов'язково, якимсь чином, я не знаю, чи погодиться пан Хомчак на такий же самий, наприклад, ДТР, що пан Хомчак вийшов, якщо він не боїться цього прозорості, да, і там не вважає когось клоунами, зрадниками, там цими, що там на нас зараз пишуть, аферістами. Ми всі аферісти, правда, ми працюємо чомусь по 12 годин на день. Це, ну, я думаю, це життя аферіста таке, значить, нелегке. От, якщо пан Хомчак погодиться і пояснить своєї точки зору, бо зрозуміло, що він мав більше інформації, ніж будь-який окремий солдат чи журналіст. І я впевнений в тому, що треба надати можливість пояснення цій людині того, що тоді трапилось. Я розумію твій скептичний підхід. Он уже ответил. Можна я розкажу? Добре. Будь ласка. 5 минут или 10 минут я отвечу на все вопросы. Значит, смотрите, Хомчак вчера дал интервью на государственном канале, его спрашивали за Лаваск, он ответил, что ничего комментировать не буду до окончания расследования. Все, точка. Он говорит, я под следствием, я не имею права ничего комментировать, я не прокурор, никаких комментариев по Лаваску давать не буду. Все, это его позиция, он ее менять не будет, это очевидно. Зрозуміло. Ось у нас Віктор Камінський, один, як я розумію, з учасників цих подій, пише в коментах, що я особисто доповідав генерал-майору Николенко, що виходити зеленим коридором не можна, там вже була в капонірах російська броня. Ну, я думаю, що це не капоніра була, все ж таки вкопана мобільна техніка у вигляді танків та БТРів, але зрозуміло, що вже периметр цього коридору був приготовлений для так званої м'ясорубки, якщо це було потрібно. Я думаю, що нам треба чітко зрозуміти, які комунікації відбувалися в той момент між проросійськими силами і генералом Хомчаком та його штабом, якщо такий існував на той момент. І тоді буде більш зрозуміло, бо одні і ті ж події або вчинки, або рішення, вони можуть бути в абсолютно диаметрально протилежному світлі. Давай тепер повернемося. Тобто з Іловайськом зрозуміло, треба розбиратися ще. Я хотів прокоментувати, смотри. Що таке прориватися з боєм? Ну, що це значить взагалі таке прориватися з боєм? Що це означає? Це значить йти на, можливо, суїцидальну атаку на супротивника, бо нема іншого виходу. Або здаватися в полон. Вопрос, чому, коли ми проїжджали російський блокпост на танках, на бронетранспортерах, ми його не атакували? Чому не атакували пост? Тому що, я так розумію, всі намагалися скористатися тим, що нема вогня з ніякої сторони. Так це що таке? Це з боєм прорив? Ну, це не з боєм. Ви не розумієте. Ми йдемо в кольцо. Ми в окруженні. Коли ми пройшли блокпост росіян, ось цей перший, що я на відео засняв, вони стояли просто, ми його не атакували. Ми зайшли в центр і попали ще в одне кольцо. Ми взагалі в третьому кольцо були. Ми самі себе тим угробили. Самі себе тим угробили. Тому що... Ну, якщо б ви знищили перший... Добре, якщо ви знищили російський блокпост... Немає фотка на блокпост. Бах, 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 бах. І отако, як, знаєте, от, ледокол йде. А він що зробив? Він говорить, прорвайся з боєм той колонії, та колона пішла воювати. А сам тихонечко давай тікати, 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 тікати. Забіжав в центр событий. Начався бой, свинтил в лесопосадку и там сидит. Стоп, прорываться с боем, это всем подразделениям приготовиться на атаку. Мы прорываемся с боем. Видим противника, валить. Противника, валить. Мы бы могли спасти жизни. Мы зашли мимо блокпостов россиян, они ручкой машут. Мы такие, а, привет, нормально, Хомчак едет возле россиян. В чем проблема была? В плен захватить. Они могли в плен. Он говорит, я боялся в плен попасть. Так вот, россиян тебя в плен могли захватить. Они выходили, просто двери бы открыли с бусика, выходи сюда.
Что это такое? Понимаете, это все является манипуляцией, потому что в данной конкретной ситуации, он одним говорит, прорывайте с боем, а со своей группой почему-то он бой не вел. И он ехал мимо россиян, если это враг, если они имели информацию, что они собираются нас уничтожать, если они имеют информацию, что мы должны прорваться с боем, так уничтожьте их. Почему мы не открыли огонь? У нас на видео, у меня было огромное количество танков, мы записали. Зачем Хомчак завел этих всех ребят в еще одно кольцо, маленькое, то есть это было большое кольцо, и еще маленьких по два, как по спирали. Он завел на самый центр по спирали, и получается солдаты отстреливаются вот так вот. Вместо того, чтобы пробить сначала дырку вот эту первого кольца, обойти всех, вот так вот обойти, да, и начать массовую атаку. Те пошли вот так, в кольцо зашли, и эти пошли в кольцо зашли. Так что это за маневры? Тут не надо иметь военное образование, чтобы понимать, что это была бездарная абсолютно операция, которая заводила солдат полное уничтожение. Это дебил поймет, что если ты идешь в самый эпицентр в окружение, тебя уничтожат. Какой это бой? Ну, это ребенок это должен понимать. Так что не надо по поводу гениальных решений Хомчака. Не нужно, еще раз, генерал американской армии, если он находится в Ираке и командует подразделением, какая его задача? Что он будет делать в случае войны? Идет воювати? Задача? Ну, ми маємо справу, Ростик, ну ти повинен зрозуміти, ми не маємо справу з американською армією. Американський генерал бігає кроси, попередив своїх солдат і приймає рішення самостійно. Які дадуть оцінку? Вони пусть візьмуть Хомчака, назначать міністром оборони США, і пусть він командує військами в Іракі, в Афганістані, пусть заведе в котли українських солдат, і пусть вони... Ростислав, ти стаєш трошки емоційним, ну заспокойся. Хомчак в данной ситуации завел солдат, не профессионально военно себя повел. После того, как начался бой, что сделал Хомчак? Разворачивает свой автомобиль, уходит вообще в сторону, садится в кусты и сидит. Это американский генерал? Американцы дали эту поводу оценку? Мне вот интересно, что выступил министр обороны. Я признаю действия Хомчака, что он оставил военную рацию в машине, набрехал. Че он набрехал, что машину его подбили? Вот мне интересно. Хомчак дает пресс-конференцию. Мою машину подбили, я должен действовать пешки. Кто твою машину побил? С какой целью? Если бы в США генерал армии дал пресс-конференцию, что он объясняет свой побег в кусты тем, что подбили его машину, а на самом деле машину его не подбивали, то этого генерала бы судили и посадили бы на 50 лет. Потому что это военное преступление против США. Это военное преступление против американских солдат. Что ты сделал вообще? Где эта оценка? Где заявление американцев, что генерал Хомчак сбрехал? Где спутника? Пусть спутники, у них же классные спутники. Они же могут сделать фотографию этой машины. Могли сделать, их спутники висели. Сделайте, покажите это все. Я своими глазами это, я обыскивал. Я обыскивал целую машину Хомчака. Он рассказывает, что ее подбили. Понимаете, что самое интересное? Хомчак рассказывает, что подбили его машину, ну, на интервью. Береза в своих интервью рассказывает, что подбили его машину, хотя нашу машину не подбивали, ее простреляли стрелковым оружием, но она была целая. А Тетерук говорит, что вообще никого не подбили, и они просто сели и сидели в кустах. Как это так, что три человека, которые находились в одном месте, Тетерук, Береза и Хомчак, дают противоположные показания. Хомчак говорит, его машину подбили, Береза, мою машину подбили, а Тетерук рассказывает, что ничью машину не подбили. Брехня это все, тупо брехня, они забрехались уже по полной программе. Не надо рассказывать сказки, что великі, вони там полководці і герої. Хомчак Ростик, я не сказав, що Хомчак великий полководець чи герої. Про це я, до речі, хотів зараз поговорити вже в світлі того призначення. Я розумію твою емоційність, я розумію, що це все тобі дуже близько до серця. Ти був свідком того, чому, що ти віриш, і ти бачиш це по-своєму. Дивись. Я ніколи не казав, що Хомчак був ефективним генералом чи ще щось. Я просто пропоную спокійно розібратися в тому, що ж насправді відбулося. Чому? Тому що тобі відомо багато, але все ж таки не все. Правильно? Коли у нас буде повна інформація, абсолютно повна, тоді дії генерала Хомчака, я думаю, можна оцінити більш об'єктивно. Тепер давай повернемося, бо тебе трошки, я бачу, ти емоційно трошки звинтився. Тепер давай повернемося до призначення. Я погоджуюсь з тим, що це призначення є не зовсім адекватним. Я так розумію, як я це бачу, що Зеленський обрав
з того, що було, скажімо так, в кіоску. Да? В кіоску от були такі там цигарки, якісь підробні. Да? От, ну, давай візьмемо там Бон, да, чи Кемел, хоча він не настоящий, але ми візьмемо цей Кемел. Я так розумію. Чому? Тому що генерал є радянським. Яку українську форму, під яким українським прапором він не ходив, він є радянським. Це видно по тому, як якщо він прибув на театр військових дій, який, до речі, є не таким же великим або масштабним, яким є Іловайськ, ще 10-11 числа, і за два тижні, які в нього були фактично до того, як вже дуже зовсім активізувалися бойові дії, він не налагодив, він не зміг, як генерал, налагодити чіткі комунікації з командирами і перевірити, щоб у командирів, навіть добровольчих підрозділів, були чіткі комунікації з підлеглими, це вже каже за низькі професійні якості такого генерала. Далі, як начальника штабу Збройних сил України нас цікавить, навіть не те, як він там може налагодити на рівні фактично полка. Бо що там було? Це було фактично полк. 1000-1200 було озброєних людей, да, з ЗСУ, з правого сектору, з Донбаса, з хто там ще був. Багато було підрозділів. Крива, здається, був, да, чи Шахтерс, я вже не пам'ятаю. От. Як начальник і очільник Генерального штабу України, нас навіть не цікавить, що він може зробити на рівні реджимент, тобто полковому рівні. Нас цікавить, що він може робити на дивізійному або корпусному рівні, ну, чим є там Збройні Сили України приблизно, да, такого розміру. І якщо він не зміг це зробити на більш простому рівні, яким є полковий, то шансів того, що він може цього зробити на корпусному, армійському або дивізійному рівні, я думаю, що вони не набагато краще. Що далі? Моя особиста думка відносно призначень Генерального штабу України. Я завжди пропонував саме американський натовський підхід до цього. І в такому болоті військовому, військово-справжнє болото, яким є Україна, хоча там, ну зрозуміло, Порошенко і там всі інші, і там ці полтораки, всі ці міліціонери або ті осочники, вони розказували українському суспільству, що армія тепер розбудована, ну чомусь волонтерство ніяк не закінчиться, що тепер все зашибісь, все класно, у нас сама могутня там армія в Європі, все таке. Звісно, я цьому не вірю, бо я бачу, що боєздатність досить низька завдяки і організаційним моментам, і матеріальним, фінансовим моментам, бо країна збіднівша, все розкрадено. Зрозуміло. Я сподіваюсь, я дуже сподіваюся, що призначення Зеленського є тимчасовим. Я дуже сподіваюся, що цей начальник штабу, який не проявив, я не бачив в нього якийсь, може в нього є мужність, може в нього є відповідальність і можливість брати на себе відповідальність дуже швидко, якщо інформація про те, що умови виходу з Іловайського котлу змінилися в останній момент, і він прийняв на себе таке рішення прорватися з боєм, це йому якби плюс, але при цьому людина продемонструвала відсутність багатьох професійних навичок. Я дуже сильно сподіваюся, що призначення Зеленського є тактичним, а не стратегічним. Тобто це призначення тимчасовим. І команда Зеленського, і сам Зеленський, які завжди казали про сучасну корпоративну етику, наприклад, про конкурсну основу того, як людину треба брати на посаду, я дуже сильно сподіваюся, що ці люди звернуться до спеціалістів з Пентагону, тому що це є найкращі, найпрофесійніші вояки у світі, з найкращим досвідом, я думаю, тобі це відомо. І за їх допомогою проведуть справжні штабні ігри, в яких будуть приймати участь багато офіцерів, насамперед бойових офіцерів Збройних сил України. Я вірю в те, що найкращою людиною на таку посаду є людина, я думаю, в рангу не вище майора, ну, в крайньому випадку, підполковника. Це повинна бути людина більш сучасних поглядів, менше цієї совєтської, російської школи військової, да, де це все незгарбне, військові підрозділи, в яких перемога досягається не тактичною блискавичністю та вогневою взаємодією, а кількістю трупів власних солдат, як це робиться в Росії, як, на жаль, це по сьогодні робиться в українській армії. Я сподіваюся, що будуть зроблені такі ігри, я сподіваюся, що багато офіцерів зможе прийняти участь під якимись там номерами кодовими, щоб ніхто навіть не бачив, чиє це ім'я і все, і якийсь такий номер виграє
продемонструє найкращу готовність тактично та стратегічно, найвищий IQ, і саме на такому, на такій базі буде обрано і призначено очільника Генерального штабу Збройних сил України. Тому що це повинен бути саме справжній військовий, мужній, сміливий, незабобонний, не той, що боїться правду сказати в очі, шахматіст. Да? Це повинна бути людина, яка може сісти і грати з найкращими генералами Росії, так звані тактичні, да, ігри, які ціна котрих життя українських солдат. Я повністю погоджуюсь з тим, що генерал Хомчак не є такою людиною і не відповідає такій посаді. Я сподіваюся, що Зеленський призначив це тимчасово. Далі я хотів з тобою поговорити на тему взагалі силових органів України. Чи бачиш ти якусь поступову роботу в цьому напрямку? І я нагадую тобі, що є у нас одіозна, досить одіозна постать очільника Міністерства внутрішніх справ, пана Арсена Авакова, до котрого ти, я знаю, маєш особливе відчуття. Я теж маю до нього ці особливі відчуття, як кожна людина, яка поїхала в ліс і вижила. Нас взагалі всього троє, здається, ти, я та це Ігор Луценко. От. І що ти думаєш з цього приводу? І яка повинна бути в тебе вже з твоєю більш розгорнутою ментальністю після прожиття в США 3 роки чи 4 роки ти вже мешкаєш, яка повинна бути тактика Зеленського і дії Зеленського? Чому я тебе це питаю? Тому що Зеленський напряму не впливає на цю посаду. Він не може навіть висунути когось на цю посаду. Це робить, я не знаю, може ти знаєш краще за мене, це робить, здається, прем'єр-міністр, чи це, як це взагалі, чи по квотам якийсь партійним, як це відбувається? Розкажи нам. По поводу Авакова. Значит, нужно рассматривать ситуацию в комплексе и коснуться опять-таки Иловайска, потому что это, в принципе, очень все переплетается, и я хотел бы еще прокомментировать такой момент. Смотри, вопрос такой. Знаешь ли ты, что в теме Иловайска, поскольку Иловайском занимались не только Министерство обороны, но и подразделение МВД Украины под руководством Арсена Авакова, какое-то влияние имел Игорь Коломойский? Слышал ли ты? Я чув, но у меня немає якоїсь інформації, де там Ігор Коломойський виступав якимсь там командувачем або людиною, яка віддавала накази, наприклад, як то кажуть, якимсь кишеньковим добровольчим батальйоном, який він там, я не знаю, спонсорував чи ще щось. Я думаю, що все ж таки дії цих батальйонів залежали від офіційних посадовців України у вигляді того ж Авакова. Пан Геращенко там дуже, я знаю, активно бігав, приймав участь. І я знаю, що вони ж людей відправляли на бойові дії, і вони ж відмовлялися від будь-чого, що якщо командири проявляли активність. Я хотів, до речі, з тобою, да, побалакати на цю тему і навіть спитати, бо пролунали конкретні звинувачення, наприклад, Семена Семенченка, командира батальйону «Донбас», в тому, що він отримував якісь там 200 тисяч доларів чи 300 тисяч доларів за те, щоб він повів людей на Іловайськ. Я хотів би, до речі, від тебе конкретно почути, бо ну така думка у всіх, що це сказав ти. Чи казав це ти, чи в тебе є конкретні якась фундація для того, щоб підтвердити це, бо я Семенченка знаю теж персонально. Ну, я наслідки того, що ця людина отримала 300 тисяч доларів, на свої очі, чесно кажучи, не побачив. Я був в нього вдома, один з дуже небагатьох, яких він запросив до себе додому. Звичайна, я б сказав, бідна сім'я в зйомній квартирі, і ніяких броньованих машин нема. Наприклад, Юрій Береза мені чесно, відверто сказав в Вашингтоні, що Коломойський дуже сильно його там обслуговував. Ну, вони взагалі там, якби вдвох, ну, відстояли, щоб не було Дніпровської народної республіки або Дніпропетровської. Ти знаєш, що була там незрозуміла ситуація в обласній адміністрації, і з'явився там Береза, і Коломойський запропонував йому підтримку, і вони відстояли Дніпро, фактично, відстояли Дніпро. І Коломойський Березі подарував, як я розумію, або придбав квартиру в Дніпрі, щоб він міг там знаходитися на місці, і броньований ленд-крузер. Це Береза мені відверто сказав. Також він щось там ще натякав, Коломойський, і Береза мені сказав, я відчув, що ця людина
хоче мене зробити повністю своєю, ну, кишеньковим комбатом, і я на це не пішов. Це у нас була дуже відверта розмова, мені Береза це сказав, ну, за таке рішення людину можуть лише поважати. От. Семенченко, 200 чи 300 тисяч доларів, що ти можеш сказати з цього приводу? Смотрите, я смотрел на днях выступление Семена Семенченко под Верховной Радой, я полностью посмотрел, сделал заметки. Он сказал, что он смотрел мое видео, там я сказал информацию по 300 тысяч долларов. И как бы он так это обыграл, ну как бы словесно, да, через формулировки, что якобы я эту информацию распространил, и поскольку это является неправдой, то и, возможно, и остальные мои заявления являются неправдой. Это прямая цитата. Смотрите, если я всегда очень люблю, потому что когда я делаю свои ролики, все заметили, я всегда беру цитату человека дословную, вставляю ее в видео, а потом комментирую. То есть я не говорю, не пересказываю. Я всегда вставляю цитату, потому что это очень важно. Очень важно цитировать. Смотрите, мой ролик про эти 300 тысяч долларов был ответом на информацию Дубинского. Дубинский начал рассказывать, что даже парохоботы, он почему-то приписал Бутусова к парохоботам, парохоботы хвалят Камчака. Я говорю, Бутусов, Бутусов – це Народний фронт, мені здається, ні? Да, он Народний фронт. Ты ошибся, он не является парохоботом. Вот я тебе сейчас возьму настоящего парохобота, это Серг Марко, который ведет против войну за Порошенко, ну то есть за Порошенко против всех остальных. И вот он написал статью в 2015 году, что была встреча у Корбана, и Хамчаку, Семенченко, Березе, остальным комбатам было предложено 300 тысяч долларов каждому за взятие Иловайска. И я сразу сказал в этом видео, что Серго Марко является фейкометом, что он парохобот, и он распространял против меня фейки. И он же в этой статье меня обгадил, кстати. И я это сразу сказал. Я не говорил, что это правда. Я сказал, что есть такое обвинение со стороны Порошенко. Я озвучил их обвинение, но я не сказал, что это правда. Да, эту информацию я сам получал от разных, ну там мне говорили. Но я доказательств этой информации у меня не было. И никогда, нигде я не говорил, что это правда. Я говорил, что есть такие обвинения. И вот со стороны Порошенко идут такие обвинения. Не со стороны меня, потому что эта статья уже 4 года есть. Здрасте. На 4 года на сайте Петр и Мазепа. Это известный порошенковский сайт, он достаточно авторитетный. Да, так. Так что, Семен Семенченко, прежде чем давать, вы народный депутат. Ну, будьте серьезным человеком. Ну, зачем? Они сейчас сказали обо мне такое, а теперь люди не послушают и начинают мне писать там гадости и все остальное. Ну, зачем? Зачем? Вы возьмите цитату. Ты все взяли бы цитату, как я сказал, что ты написал? Парохобот. Что это обвинение со стороны Порошенко. Я сам презираю этого Серго Марко, потому что он на меня сразу же и в этой же статье написал говно. Зрозуміло. Тобто це не твої обвинувачення, це обвинувачення якогось парохобота, який ти просто процитував. А люди Точники. Я просто привел пример, что парохоботы говорят. Я это сказал. Смотри, Дубинский, есть такая позиция. То есть ты ссылаешься, так ссылайся на них. Вот настоящий парохобот. Смотрите, я думаю, с этим вопросом закрыто. Я не обвиняю, я не могу обвинять Семенченко или их. Я могу предполагать, я могу там замышлять, но как журналист, как человек серьезный, я не могу их в этом обвинить, потому что это может быть клеветой. А может быть не клеветой, я не знаю, я не был ни свидетелем, и нет людей, которые бы я бы верил на 100%, что они мне дали эту информацию, я уверен в их словах. Понимаете, в чем суть? То есть даже если где-то я это слышал, я оставил это в себе, я могу, знаете, анализировать, там, размышлять. Ну, возможно, это правда, возможно, это неправда, это может подтверждаться этими косвенными данными, да, что там, допустим, Хамчак пытался захватить Иловайск. Почему захотел захватить? Может, деньги хотел заработать, а может, медальки заработать. То есть я высказываю версию, это размышление, это ни в коем случае не является обвинением, потому что мы размышляем об информации и даем какую-то оценку, потому что информация может быть как правдивая, так и неправдивая в одинаковых ситуациях. Но... Тобто ты не звинувачував и ты не выдавал это за факты. Я правильно розумію? Все. Тобто это люди не... обвинений со стороны Порошенко. Да, смотри, по поводу Коломойского. Аваков, Коломойский и реформы МВС. Да. Смотри, я беру просто Береза на интервью сайту BBC. Береза BBC. Он говорит, что он был на совещании перед Иловайском. Его спрашивает BBC. Однако меня убеждали, что Россия на это никогда не пойдет. Имеется в виду вторжение в Иловайск перед операцией. Его спрашивает журналист BBC. Меня убеждали, что Россия на это никогда не пойдет. BBC спрашивает, кто убеждал?
командиры добровольческих батальонов, люди из Днепропетровской областной госадминистрации. То есть Корбан и Коломойский, глава Днепропетровской ОГА, убеждали Березу, что Россия не пойдет на захват Украины, Иловайска, потому нет оснований волноваться, следует идти на штурм. Правильно? Кстати, полк Днепр-1 связывали с экс-губернатором Днепропетровской области Игорем Коломойским. Какие отношения с ним сейчас? Полк, а ранее батальон, это милицейское подразделение в подчинении непосредственно министра внутренних дел. Территориально мы находились в Днепропетровской области, и Коломойский сделал очень много для создания батальона. Это цитата Березы. Ну, зрозуміло, да. Ми знаємо, що Коломойський також надав 300 тисяч доларів на те, щоб вивезти з Криму багато БТРів, яких просто вже порепалася гума, колеса, і акумулятори вже просто посипались там давно. Він на це все дав гроші, щоб хоч щось звідси витягнути і врятувати. Ми також можемо багато розказувати про те, що може Коломойського, якби його патріотизм є патріотизмом людини, яка просто захищає свої статки, бо так сталося, що ці статки знаходяться на території України. Но мова зараз не про це. Мова зараз про перспективи. Перспективи отримання правової держави, що починається з правоохоронних органів України. Завершить, потому что это официальное интервью Тетерука. Значит, кто віддав вам наказ йти до Іловайська? Над вечір 20 серпня мені зателефонував полковник МВС Володимир Павлович Гриняк, який був посередньо між МВС та Збройними силами в штабі АТО. Він наказав нам готуватися, щоб незабаром вирушити на зачистку Іловайська. Після нього двічі чи тричі телефонував журналіст Юрій Бутусов, глава Цензорнет, Народний фронт, зі словами: «Андрій, ти де? Нам ти тут очень нужен», маючи на увазі Іловайськ. Я відповів, що готую підрозділ для передислокації, і висловив здивування, що про операцію вже хтось знає. В общем, ми маємо інформацію про те, що Дніпропетровська ОГА, де, собственно, Бутусов, по твердженню Корбана, Корбан давав інформацію, що Бутусов у нього кілька місяців жив в Дніпровській ОГА. Бутусов, Корбан, Коломойский убеждали подразделения идти в Иловайск. Мы эту информацию имеем. Так? Мы имеем информацию, что Хомчак работал в Днепропетровской области в гарнизоне и тесно связан с Коломойским, с Днепропетровской ОГА. Теперь мы видим такой интересный момент, что когда назначили Хомчака начальником генштаба, почему-то все в основном защитники Хомчака каким-то образом связаны с Коломойским. Бутусов, Береза, Корбан поздравлял, ну, все эти люди. Даже Семен Семенченко, чей батальон Донбасс также поддерживался Коломойским, стал на защиту назначения Хомчака. Почему-то так получается, что все основные защитники Хомчака каким-то образом имеют отношение к Днепропетровской ОГА, имеют отношение к Иловайску и имеют отношение к, собственно, Коломойскому. Теперь у меня такая фишка. Ну, смотри, в Иловайске принимали участие как подразделения, связанные с Коломойским, так и подразделения ВСУ, связанные с Порошенко. Все вместе, все в одной куче. И каждый где-то что-то нарушил. Какие-то должностные инструкции, какие-то он давал планы. Бутусов, по утверждению вообще журналистов, по утверждению всех интервью, он занимался в том числе планированием Иловайской операции. Так вот, естественно, что все эти товарищи очень боятся того, что расследование, которая будет, оно как бы уже завершилось, в принципе, Матюс-то его завершил, ну, предположим, будущее расследование, может выявить какие-то нарушения со стороны Хомчака, со стороны там Березы, со стороны даже Семенченко, Бутусова, и могут предъявить какие-то обвинения. Для того, чтобы этого не произошло, им нужно захватить власть под руководством Хомчака, Министерства обороны, зачистить все документацию, зачистить полностью информационное поле, убрать всех неудобных свидетелей и провести расследование таким образом, что виноваты в Иловайске будут только люди Порошенко, но не люди Коломойского. Потому я глубоко уверен, что никакого расследования не будет. Коломойский не даст провести расследование в интересах народа, поскольку в этом случае это расследование переведет к тому, что могут быть обвинены Бутусовы, Коломойские, Корбаны в неправильном планировании Иловайска и гибели военных. Вот это моя позиция, и я буду ее высказывать, и я так считаю. Потому что в данной ситуации почему-то именно Хомчака занимались планированием операции и имеют отношение к Коломойскому.
И я не уверен, что Зеленский, который пришел при поддержке Коломойского, в том числе, будет менять и давать расследование, потому что в тюрьме придется сидеть и Коломойскому, и Бутусову в случае, если выявят какие-то нарушения. Они этого, естественно, не хотят. Что касается Авакова. Аваков также, соответственно, давал приказы через своих заместителей идти в Иловайск. Также он может быть обвинен в преступлении, в даче приказа, потому что МВД тоже несет за это ответственность. Соответственно, они ответственности нести не будут. Я глубоко уверен, что Авакова оставят при какой-то должности. Даже если не ставят его министром МВД, его могут, значит, премьер-министром, ему могут дать какой-то департамент, какую-то администрацию, неважно, но Авакова будут оставлять о должности. Эти товарищи при Зеленском никуда не идут. Они будут находиться в тех или иных ипостасях у власти и делать таким образом расследование, чтобы виноваты были только их политические оппоненты со стороны Порошенко, но не виноваты были они. Сейчас на меня польется столько грязи и дерьма, что, в принципе, уже происходит, для того, чтобы затуть мне рот. Меня дискредитировать, полить меня грязью, мы ему верить не надо, он брехун, он там такой-сякой, 5-10, ну, то, что было, в принципе, со стороны парохобота. Я тоже как-то привык. Ну, це не є логічним аргументом. Чтобы я говорил, там, булькал, бу-бу-бу, да, вот, заиловаясь, а мне дерьмо, да, вот, наливало сверху. Потому что цена моих слов – это отставка начальника генерального штаба, это привлечение к ответственности министра внутренних дел, это привлечение к ответственности целого ряда генералов, полковников и миллиардеров, которые обладают просто огромными деньгами и бюджетами. Они не исключают, что они еще убить меня могут, прислать сюда киллеров и меня тут завалить. Они понимают, что у меня есть флеш-карты с оригиналами записи. Я сейчас это, естественно, могу дать на экспертизу, если будет приведена народная экспертиза. Я это даю. Это все будет официально зафиксировано, потому что экспертизы никто еще не проводил до сегодняшнего момента. Я могу выступить в любой международной инстанции публично. И на этом все заканчивается. Понимаете, в чем суть? И вся их атака будет направлена только на тех людей, которые противоречат их непосредственной позиции Коломойского. Они будут меня загаживать так по-черному, просто невероятно. Они будут уваливать на меня любые обвинения, чтобы просто очернить мою репутацию. Вот вы увидите, это уже началось. Сколько уже говнеца полилось на Фейсбуке мой адрес. Я никого не трогал, вообще я сижу в Америке тут. Я еще фильм публиковал, но уже началась атака в мой адрес. Это цветочки, вы увидите, что будет потом. Я розумію тебе. Да, твоя, скажімо так, прогноз, він такий дуже-дуже неприємний, особливо для тих, хто голосував за Зеленського і сподівається на зміни. Я дуже теж свого боку дуже скептично ставлюсь до будь-якого шансу, щоб Аваков та подібні йому люди взагалі займали будь-які державні посади, тому що ці люди є дуже хитрі, дуже дволічні, які мають подвійні стандарти, які на словах кажуть одне, як вони там начиталися книг великих там гуманітарів, а насправді я бачив, як ветерані війни ставлять на коліна перед Верховною Радою і вчать тому, що влада – це свята корова, до котрої не треба підходити, торкатися її або щось там виступати. І, звісно, що всі ці кримінальні справи проти патріотів, проти ветеранів. Це величезна кількість людей, які пішли в цю пастку, а це є юридична пастка, коли ти йдеш захищати свою країну, а потім тебе починають судити по законам мирного часу, згідно котрих ти не маєш права автомат в руки брати. То це все є дуже ганебно, і хотілося б побачити, як Зеленський буде своєю командою ставити кінець цьому, тому що я розумію, що він дуже любить дігіталізацію країни, там, і щоб все було сучасно. Якщо він не розуміє, що поки силові органи України не стануть абсолютно підзвітними народу, абсолютно прозорими, абсолютно законними, без будь-яких тіньових тетушних операцій, там, поїздок в ліс, якийсь там загонів смерті, це все існує, якщо почитати звіти комісії по правам людини Організації Об'єднаних Націй в Україні по сьогодні викрадають людей, вбивають без суда та слідства і дуже багато роблять такого, що просто в цивілізованому суспільстві неприпустимо. І це все робиться при тих очільниках СБУ та МВС, яких, ну, донещодавно ми мали очільника СБУ, да? Зараз буде новий, і очільник МВС залишається тим же самим. Ці люди, жодна з цих дій не відбувається без їхнього відому. Тобто вони про це прекрасно знають. І будемо сподіватися, що перші 100 днів влади Зеленського все ж таки продемонструють, що він збирається робити з цього приводу.
Які в мене ще до тебе запитання? Ну, більш ніяких. Я хочу тобі подякувати за твій час. Я хочу тобі подякувати за твою мужність, за твою громадянську позицію. І люди, які на тебе накидаються, ну, звісно, у всіх нас є недоліки. Ми можемо стати емоційними. Ми можемо мати дещо упереджену думку, тому що ми ображені на якийсь момент, який ми комусь не можемо простити. Це зрозуміло. Але я вважаю, що чим більше ми будемо розмовляти, чим більше ми будемо розкривати, чим більше буде інформовані, розумні люди, а розумних людей в Україні все ж таки вистачає. Про що, якби, продемонстрували останні вибори. Незважаючи на всю ту політику, да, пропаганду і намагання задурманити мізки українцям, українці зробили свій вибір і сказали, може вони не сказали повністю «да» Зеленському чи Коломойському, але вони чітко сказали «ні», тому, вибач мене, ну, не хочу матюкатися тут, тому що відбувалося в Україні за останні 5 років. Добре, якщо у глядачів... Спасибо. Я надеюсь, что Владимир Зеленский все-таки попытается вести самостоятельную политику. И я не имею ничего против персонально Владимира Зеленского. У меня нет никакого к нему личного негатива. Да? То есть я не испытываю ни к нему никаких негативных эмоций. Если я даю оценки, я даю его оценки именно как должностному лицу. Да? То есть если я говорю, допустим, отставка президента Украины, это мое отношение именно к должностному лицу. У меня нет абсолютно никаких негативных эмоций к Зеленскому. Я искренне, как человек, да, хотел бы, чтобы именно вот такими резкими заявлениями Зеленский просто подумал, да, сел и подумал, может, я где-то что-то не так сделал, может, я где-то ошибся, может, давайте как-то это исправим. И исправим, потому что это не является приговором, это сигнал к изменениям. Если Зеленский будет следовать своим принципам, которых он огласил, и менять общество, менять чиновников, делать действительно проевропейскую демократическую Украину. Зачем его снимать? Его не нужно снимать, пусть работает человек. Но если он будет делать такие нехорошие назначения, я буду каждый раз его критиковать, потому что я не могу, потому что скажут, а что ты молчишь, а что ты под него-то далек? А? У меня есть принципы, я всегда буду критиковать не из ненависти, не из того, что она там захейтит, а потому что я хочу дать сигнал, что общество недовольно. Потом пожелаем Зеленскому все-таки одуматься, почитать мнение народа, учитывать все нюансы, разобраться с МВД, разобраться с армией, разобраться со своим окружением и стараться вести какую-то все-таки независимую политику в интересах народа, а не в интересах своих возможных предполагаемых теоретических спонсоров. Да, вот это мое искреннее пожелание как человеку. Спасибо за эфир, я надеюсь, что люди получили какую-то информацию разной точки зрения, подумали. Вот, и в принципе, я скажу на самом деле, что по Иловайску мне, я не очень люблю об этом говорить, потому что, ой, что-то пропал я, а, появился. Да, ты дозеваешься, да. Мне больно переживать это снова и снова. Я, допустим, вот раз рассказал, мне завтра еще надо будет эфир делать, опять надо об этом говорить, это постоянно вот это стресс для меня об этом говорить, но я постараюсь как бы, ну, выполнить свою миссию общественную, да, но я не скажу, что я как бы этому очень рад. Я розумію, да. Я вибачаюсь за те, що я змусив тебе це ще раз пережити. Ну, ти знаєш, у нас є деякі обов'язки по відношенню з українським суспільством, насамперед молодим поколінням, які, ну, ми не маємо морального права залишити їм те болото, яке там існує. Тому де б ми не були, ми є глобальною силою українців, або в Сполучених Штатах, або в Європі, або в Україні. Перше, люди повинні навчитися нічого не замовчувати, люди повинні навчитися не брехати, не перекручувати факти і вказувати пальцем на тих, хто їх перекручує. І щоб рейтинг цих людей падав, щоб їх думка не була нічого не варта. Тоді ми будемо лише чути думки чесних, правдивих людей і на правді і чесноті дуже легко будувати якісь алгоритми дій, які приведуть до позитивних результатів. Я сподіваюся, що таких же самих поглядів притримується президент Зеленський і всі адекватні люди, які за нього голосували. Ростік, тобі я дякую. Я сподіваюся, що я зв'яжусь ще з Семеном Семенченко. Ну, не сьогодні, може це... Сьогодні, може це... Так, так. Все є. Так, так. Да. От, можливо, ще вдасться зв'язатися з Семеном Семенченко, послухати його версію цих подій. Я можу поки що констатувати факт те, що Семенченка, коли люди почали там розуміти в владних колах, що може бути відповідальність за Іловайськ, то
Давай не будемо забувати, що Муженко прибув туди 10 серпня разом з генералом, якого ми сьогодні обговорювали, і з Хомчаком. І, як ти бачив, останні роки всю відповідальність намагалися скинути на Семенченка і звинуватити його в тому, що він взагалі без наказу пішов на Іловайс, там щось там почав робити, що є абсолютно... Абсолютно нісенітницю, якщо два генерали за 10 днів до цього прибули на місце події і розбиралися з обстановкою. І зрозуміло, там ціли підрозділи ЗСУ виконували їх якийсь там тактичний чи стратегічний наказ. Я ж публікував приказ Хомчака, що в початку августа він давав приказ батальйону Кривбас 40-му атакувати Іловайськ. Приказ. Тобто Хомчак був, собственно, ну, віддавав прикази. Це всі підтверджують. То, что говорят, что Донбасс пошел по своей инициативе, это абсолютный фейк. Это абсолютный фейк. Это была коллективная операция, но инициировал ее так или иначе все-таки генерал армии Украины. И Петр Порошенко, кстати, тогда постил, если поднять его в Facebook, он тогда постил: «Молодцы, ребята, в атаку, я вас поддерживаю, вперед». Семенченко, кстати, давал скриншот этого. И, в принципе, ну, тогда они были на их стороне, просто потому что Семенченко пошел против Порошенко, начали делать его виноватым. В принципе, позиция понятна. Но Семенченко, когда он комментирует, допустим, меня, там, остальных людей, пусть очень внимательно разбирается, не ищет врагов там, где их нет. Зрозуміло. Ну, добре. На цьому будемо закінчувати. Я дякую всім за увагу. Я не знаю, якщо в кого є якісь питання, думаю, ви можете піти на сторінку Ростислава, задати йому там питання в коментарях. Я знаю, що він людина дуже комунікаційна, відповідає. І дякую тобі за твій час. Ми почули твої думки. Сподіваюсь, почує широкий загал населення і почують люди, які є decision-makerом, які приймають рішення державного рівня, які є державними мужами, да, людьми України. І з цього буде тільки користь. Дякую тобі. Спасибо. І до наступних зустрічей. Пока.